Добрый день, уважаемые коллеги. Будем начинать наше заседание. Все мы знаем на тему, какую мы собрались, права человека в контексте межконфессионального диалога. И для открытия нашего заседания с удовольствием передам слово нашему проректору по науке, который недавно был назначен, Олегу Петровичу Иванову. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, для меня большая честь и удовольствие открыть конференцию сегодня, выступить перед столь уважаемой аудиторией. Круглый стол посвящен очень важной теме – правам человека в контексте межконфессионального диалога. Тема исключительно актуальна для сегодняшнего времени, поскольку одна из задач, которая стоит перед Российской Федерацией сегодня, это добиваться уважения прав человека, свобод во всем мире путем конструктивного, равноправного международного диалога с учетом национальных, культурных и исторических особенностей каждого государства. Часто на международную обстановку, внутриполитическую ситуацию смотрят, изучают с точки зрения геополитического противоборства или экономического соперничества и конкуренции. Все это действительно имеет место, но нельзя упускать из виду еще и гуманитарную составляющую. Опасность здесь заключается в том, что если смотреть на мир исключительно через призму традиционного силового подхода, то в такой ситуации будет уместно вспомнить известный закон инструмента, который гласит о том, что если единственный инструмент, который у нас есть, это молоток, то все проблемы будут выглядеть как гвозди. Особенно деликатно нужно обращаться с такой тонкой частью нашего бытия, как система ценностей, взаимоотношения людей, уважение друг к другу, независимо от нашего вероисповедания и соблюдения прав человека. Этому и будет посвящен сегодняшний круглый стол. И я надеюсь, что сегодняшняя дискуссия будет плодотворной, успешной, интересной и полезной для всех участников сегодняшнего мероприятия. На этом разрешите закончить свое краткое вступительное слово и передать бразды правления организатору и идейному вдохновителю нашего круглого стола, декану факультета международного права Дипломатической академии Моисееву Алексею Александровичу. Спасибо. Да, спасибо большое, Олег Петрович. Я бы хотел сказать несколько слов про то вообще, с каким результатом мы сегодня пришли. Я должен отметить, что мы проводим наш круглый стол вместе с Казахским гуманитарно-юридическим университетом. И вы видите на нашем мониторе наших гостей. Я рад приветствовать всех наших коллег. Очень приятно то, что нам удалось это сделать сегодня. Мы ждем, конечно, от вас выступления и самого активного участия. Кроме этого, я с большим удовольствием и уважением представляю владыка и владыку Иоанна, белгородского староскольского митрополита, Карганова Альбера Рифкатовича, председателя духовного управления мусульман города Москвы, Когана Зиновия Львовича, раввина, вице-президента Конгресса еврейских религиозных общин, отец Павел, отец Михаил. Я, конечно, всех не смогу перечислить, я с удовольствием всех приветствую. И это мероприятие сегодня, оно проводится уже второй раз. Первый раз мы проводили 31 октября год назад в похожем формате и брали близкую к сегодняшней теме тему для обсуждения. И вы видите на столах, у нас есть вестник международного права, где удалось нам отразить стенограмму и даже резолюцию, которая была принята на вот предыдущем заседании. И, то есть с этим можно будет ознакомиться, посмотреть. Я надеюсь, что сегодня мы сможем это все продолжить. Наше обсуждение. Сегодняшняя же наша тема, она действительно имеет высокое значение. Я несколько слов для начала беседы постараюсь сказать. И всем известно, что, в общем-то, всеобщая декларация прав человека в своей 18-й статье провозглашает, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии,
Это право включает свободу менять свою религию или убеждение, свободу исповедовать свою религию или убеждение, и свободу исповедовать как единолично, так и сообща с другими публичными или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных ритуальных обрядов. Еще на предыдущем нашей встрече, в общем-то, проходила такая идея, что современная концепция прав человека, она весьма не бесспорна, вот как раз с точки зрения таких духовных учений. И базовым понятием, на которое опирается международная теория прав человека, является понятие человеческого достоинства, которое в первую очередь имеет нравственный смысл, то есть представление о добре и зле. Современное послевоенное международное право исходит из того, что Институт прав человека может наилучшим образом способствовать развитию человеческой личности и организации общества. Однако на практике мы можем обнаружить, что в ряде случаев ссылка на права человека расходится с моральными понятиями о нормальности, с аналогичными религиозными представлениями. Прямое или косвенное нарушение морально-этических правил, религиозных норм, действующих в обществе, ведет к разрушению законности и наносит вред самому человеку, другим людям, окружающему миру и всему человечеству. Слабость Института прав человека заключается в том, что он, защищая свободу выбора, не всегда учитывает нравственные критерии, которые должны быть критерием для правовых норм. Более того, как известно, в праве нет такого понятия, как грех. По этим причинам при нормотворчестве, при определении или создании каких-то норм в области прав человека возникает крайняя необходимость опираться на такие нравственные, религиозные критерии человеческого достоинства. И представляется, что здесь как раз вот есть прямая связка между Институтом прав человека и религиозными учениями. Признание достоинства личности означает уважение ее нравственной ответственности, без которой происходит нравственный и правовой нигилизм, деградация личности, рост преступности, отчуждение людей и утрата гражданской активности. Под влиянием греха человек в отношениях с другими людьми действует как эгоист, заботящийся об удовлетворении своих зачастую плотских потребностей за счет ближних. Такая жизнь опасна и для личности, и для общества, поскольку оборачивается душевными и телесными страданиями, болезнями, уязвимостью перед последствиями разрушения среды обитания. В настоящее время человечество повторяет печальные уроки истории XX века. Ход событий, к сожалению, в очередной раз показывает, что выбор людей и обществ в пользу зла приводит к человеческим жертвам и потере свободы. В таких условиях преступно искать в вероисповедных учениях любые оправдания терроризму, вооруженной агрессии, криминальному насилию и другим формам преступного убийства людей. Каждый человек наделен достоинством и свободой. Свобода предоставляет человеку прежде всего возможности выбирать мировоззренческие ориентиры своей жизни. Принцип свободы совести наиболее эффективен, если защищает человека от произвола по отношению к его внутреннему миру, от навязывания ему силой тех или иных убеждений. Нельзя со ссылкой на свободу совести устанавливать контроль за жизнью и убеждениями человека, оскорблять религиозные чувства, посягать на святыни, наносить ущерб духовно-культурной самобытности народа. Реализация прав человека не должна вступать в противоречие с нравственными нормами и традиционной моралью. Признание прав отдельного человека предопределяет ответственность людей друг перед другом. Индивидуальные права человека не могут противопоставляться ценностям и интересам всего государства, а свобода выбора должна быть направлена на службу человеческому благу, не причиняя вред самому человеку, семье и окружающему обществу. Без нравственной оценки такие порочные явления, как аборт, самоубийство, разврат, извращение, культ грубости и насилия, получают оправдание на основе искаженного понимания прав человека.
Злоупотребление свободой в пользу зла влечет за собой унижение достоинства человека и достоинства других людей. Зло и свобода несовместимы. Свобода выбора исчезает, когда выбор делается в пользу зла. Концепция прав человека должна служить именно цели достижения гармонии человеческого достоинства и свободы для каждого государства. И в статье 28 Конституции России записано, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Общество имеет право свободно определять содержание и объем взаимодействия государства с разными религиозными общинами в зависимости от их численности, традиционности для государства и региона, вклада в историю и культуру в зависимости от гражданской позиции. При этом равенство граждан перед законом должно сохраняться вне зависимости от их отношения к религии. Принцип свободы совести не является препятствием для партнерских отношений религиозных общин и государства в социальной, образовательной, благотворительной и другой общественно значимой деятельности. И никакие механизмы общественно-политического устройства не могут искоренить страдания. Вместе с тем, именно государственные и общественные силы имеют реальную возможность пресекать социальное зло. Борьба со злом может иметь успех лишь на пути нравственной жизни человека. И порой опасность для нравственности исходит от законодательной и общественной поддержки различных пороков, таких как культ наживы, насилие, половая распущенность, извращение. Недопустимо возведение в норму таких антигуманных действий, как аборт, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, меняющие природу человека, эвтаназия, сочетающая в себе убийство и самоубийство и так далее. Свобода выражения мыслей и чувств, предполагающая возможность распространения информации, является естественным продолжением свободы мировоззренческого выбора. В современном мире быстрого развития технологий хранения и распространения информации ответственность за слово существенно возрастает. Однако нередко средства массовой информации, реклама, сфера торговли услуг, система образования и здравоохранения используются для навязывания безнравственных идей всему обществу. Особенно чувствительны к искажению информации как раз представители религиозных, национальных общин, народы, социальные группы. Российские традиции соборности предполагают сохранение единства общества на основе неприходящих нравственных ценностей, отказа от вражды и разлада, реализации политических и гражданских прав без ущерба самому обществу. Как известно, гражданские политические права закреплены в Международном пакте о гражданских политических правах 1966 года и представляют широкие возможности для человека, который, используя их как инструмент, гражданин может оказывать влияние на общество, участвовать в управлении делами государства. И для любого общества опасны манипуляции выбором людей, их сознанием со стороны властных структур, политических сил, экономических и информационных элит. От того, как человек распоряжается своим правом избирать и быть избранным, свободой ассоциаций и союзов, свободой слова и убеждений, зависит само благополучие общества. Предотвратить конфронтационное расслоение в обществе также призваны экономические и социальные права граждан, которые закреплены в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года. Реализация экономических прав не может иметь целью формирование общества, в котором пользование материальными благами превращается в доминирующую или даже единственную задачу его существования. Единство и взаимосвязанность гражданских, политических, экономических, социальных, индивидуальных и коллективных прав человека способны содействовать достойному, гармоничному устроению жизни общества как на национальном, так и на международном уровне. В статье 9 во втором пункте Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 50-го года записано,
что свобода исповедовать свою религию или убеждение подлежит лишь тем ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности и для защиты прав и свобод других лиц. Роль религиозных конфессий в жизни российского общества велика и будет усиливаться в будущем. Институт прав человека сохранит свое признание в качестве универсального знаменателя для межгосударственной и общественной жизни только при условии уважения религиозных и нравственных требований. Защита прав человека становится плодотворной лишь тогда, когда служит духовному и материальному благу личности и общества, духовным и культурным традициям народа, проживающим в государстве. Ну и в заключение важно подчеркнуть, что деятельность по защите прав человека не может служить политическим интересам отдельных государств, оправданием для навязывания своего уклада жизни одним цивилизациям по отношению к другим. И думаю, что наши встречи на этой площадке помогут выявить единые ценностные ориентиры для различных конфессий, которые и могли бы стать основой для гармонизации Института прав человека как в России, так и в межгосударственных отношениях. Спасибо за внимание. Я бы попросил Владыку подхватить дискуссию. Я постарался поставить некоторые вопросы достаточно остро. Благодарю вас, Алексей Александрович, досточтимые все участники нашей сегодняшней встречи. Очень важные тезисы прозвучали в докладе, и прежде всего мне хотелось бы коснуться проблемы искажений, которые происходят в нашем мире. Ну, сейчас известно, что многие философы, богословы различных конфессий, различных религий говорят о том, что мы вступили в некую постсекулярную эпоху. Если для секулярной эпохи характерно было, это время было границ, классификации, разделение на частное и публичное, веру и разум, рациональное и иррациональное, наука и религия, когда каждое явление должно было доказать свое право на существование перед строгим судом разума, то вот сегодняшняя ситуация, она характеризуется тем, что в постсекулярную эпоху происходит возвращение религии в политику, экономику, культуру, публичное пространство, в глобальном смысле во всю реальность как таковую. И иными словами, такое постсекулярное характерное возвращение религии в публичную сферу и некая, я бы сказал, теологизация наших общественных институтов является интересным очень явлением, которое появляется вот буквально в начале 21 века. И мне хотелось бы вот с этой точки зрения посмотреть на то, что это явление несет вместе с какими-то плюсами и минусами и так далее, и так далее, и так далее. В том числе в аспекте Института прав человека. Но прежде всего, почему появилось такое явление, такое постсекулярное видение мира, когда действительно религия возвращается во все сферы общественной, политической жизни и так далее. По мнению большинства ученых, философов, которые заняты в этой сфере, прежде всего они говорят о недоверии и подозрении, которые распространяются стремительно во самых разных обществах, с различными устройствами. Это недоверие к существующим общественным институтам, каким-то постулатам, в том числе недоверие и к правам человека, которые, так сказать, задекларированы в различных международных документах. И это недоверие рождает потребность утвердиться в том, что выходит за рамки
уже сложившиеся отношения. Поэтому начинается обращение к религии и пытается утвердить новые какие-то взаимоотношения уже на догматическом, если хотите, основании или теологическом основании. И мы видим, как, например, нынешнее исламское государство пытается утвердиться, ссылаясь на законы шариата, ссылаясь на различные, так сказать, догматические устроения. Потом, с другой стороны, мы видим, как в Западной Европе пытаются приспособить христианство к тем измышлениям, которые рождает общество, но они пытаются обосновать всю свою деятельность, ссылаясь на те же самые права человека. И происходит то, что люди пытаются приспособить, если говорить о христианстве, неудобного Христа и ценности, и те положения, которые есть в христианстве, к миру, который они сами изобретают. И поэтому, чтобы обосновать свою деятельность, они пытаются взять из теологии какие-то постулаты и сделать фундаментом для своей политики, пытаются это также проводить в экономике и в различных сферах. Это явление вот такого постсекулярного общества и контекста, если хотите, сейчас стремительно развивается. И мы видим, как все больше и больше мифологизмы начинают управлять целыми странами, и эти мифологизмы, они основаны на искажении истинных истин, которые традиционные религии проповедуют. Это, согласятся представители наших традиционных религий, это ведет к экстремизму, к радикализму, это ведет просто-напросто к тому, что появляются некие очень агрессивные сектантские группировки, которые пытаются сегодня на этом возвращении религии в общественные институты построить совершенно новые какие-то отношения и различные теории. В связи с этим возникает реальная угроза, о чем говорил Алексей Александрович, прежде всего искажение понятия самих прав человека, потому что когда изменяется точка отсчета взгляда на самого человека, на суть его, как ну, в христианстве это образ, подобие Божие, да, и то же самое, так сказать, в традиционных религиях, когда искажается само понятие образа и подобия Божия человека, когда выдергивается из контекста всей теологии какие-то выгодные для обоснования каких-либо социальных теорий постулаты, и на них уже основывается целая цепочка и прав человека, и международного права, и так далее, и так далее. Вот в этих искажениях мы сегодня пребываем. И это ведет, прежде всего, к разделению. К разделению, когда радикальные взгляды, которые не имеют целостного восприятия традиционных религий, ведут к тому, что берется взгляд уже в самом начале искаженный на суть человека, как образа, подобие Божие. И отсюда, уже с искаженного с этого взгляда, выводится его
права тоже в соответствии, так сказать, с этим, с искаженным взглядом. И эта ситуация достаточно опасная, она развивается во всех странах, в том числе и в России. И мы сейчас видим, как мифологизируются очень многие аспекты нашей общественной жизни, и как многие, казалось бы, правильные истины, они вдруг приобретают новый контекст, уже подстроены под какую-то новую социальную теорию. И вот чем больше этих будет мифов, неважно, на какой они почве произрастают, христианство, иудаизма или ислама, тем больше будет непониманий, разделений, искажений, тем больше будет проблем, которые сейчас, к сожалению, как мне кажется, нарастает все с, ну, просто в геометрической прогрессии. И понятно, откуда возникают они. Если взглянуть на некоторые принятые концепции там, управляемого хаоса, так сказать, концепции того, что Земля перенаселена, нужно часть населения, неважно каким способом, или какими-то вдруг эпидемиями, или конфликтами локальными, или глобальными конфликтами избавиться, понятно становится, что нужно вот этим архитекторам нового порядка прежде всего найти еще одну основу. И они начинают ее искать в традиционных религиях. Брать и искажать. И вот эта опасность, она сегодня актуальна для всех нас. И мы должны об этом не просто честно сказать, но и квалифицированно дать оценку этим мифологизмам и искажениям, которые появились вот в постсекулярном обществе. Если раньше, казалось бы, все было просто, само слово секулярное, то есть это мирское, это мир. Кстати, оно в 13 веке по-другому трактовалось. Это не то, что отчуждение от церкви или от какой-то религиозной организации земли там, и так далее. В 13 веке термин «секулярный» применялся к монахам определенного ордена, которые брали на себя обет, уходили в мир и уже жили секулярно, то есть по мирским законам. Но это противопоставлялось жительству по канонам или регулярному жительству, как по законам, которые были в монастыре. И вот это регулярное и секулярное противопоставлялось тогда, как некое жительство по законам ордена монашеского и жительство в миру для просветительских целей, но все-таки, когда не соблюдались регламенты, которые были установлены в монастыре. Но вот сейчас эпоха так называемого постсекулярного развития, она является, на мой взгляд, очень таким тонким искушением, если можно в этой среде говорить, дьявольским таким искушением, когда и слова-то красивые говорят, когда и призывы очень такие благостные звучат, во всех контекстах, и христианском контексте, и исламском контексте, и иудейском контексте, но за этим стоит приспособление теологии, выхватывание из контекста истинного учения только лишь выгодных каких-то положений и обоснование своей позиции. Поэтому нам нужно сегодня, зная об этой проблеме, очень внимательно быть к тому, что
Апостол Иоанн, говорил, кстати, сегодня день святаго апостола евангелиста Иоанна, он говорил: «Не всякому духу верьте, но испытывайте, от Бога ли они». И вот сегодня испытание, от Бога ли эти учения, которые порой так очень красиво нам преподаются, и к чему они приведут. Сфера прав человека – это самая ожесточенная борьба, куда сместились все векторы, которые раньше когда-либо были. Потому что из этой сферы, как в котле, тут все перерабатывается и возникают новые идеи, в том числе построение новых государств, построение новых систем и так далее, и так далее. Все ушло в сферу прав человека. Уже никто не смотрит на существующие границы, как на догмы, потому что регулярное уходит, и все превращается совершенно в другое поле, которое нам предстоит еще осмыслить. Но вот об этой угрозе я хотел сегодня сказать. Спасибо, Господи. И я попрошу выступить председателя Духовного управления мусульман Карганова Альбера Рифкатовича. Спасибо большое, уважаемые друзья. Я постараюсь продолжить великолепную речь, мысли, которыми с нами поделился владыка Иоанн. Я искренне благодарю его за ту оценку, которую он сегодня дал современному осмыслению жизни. И я бы хотел с вами поделиться фактически по той же теме, но взглядом мусульман на эту проблематику. Уважаемые друзья, России сегодня как государством накоплен уникальный опыт межнационального и межрелигиозного мира и согласия, и действительно оно является для многих большим примером, и, возможно, где-то, наверное, и трудно некоторым другим государствам нас и понять. Поясню, в чем дело. Дело в том, что Россия очень древнее государство, и мы не просто государство политическое, есть военные силы, но мы государство духовное. И наши люди, граждане, они всегда были очень глубоко верующими людьми. И ценности веры, нравственности, они как-то стояли всегда у нас впереди. И это показывают великие люди нашей страны в том, что они делали. И, конечно же, то, что сегодня творится, скажем, в мусульманском мире, оно так или иначе влияет и на Россию, поскольку, как известно, в России проживает порядка 20 миллионов верующих мусульман официально, ну их, конечно, в какой-то мере и больше. Не в этом суть, главное в том, что, конечно же, есть некая взаимосвязь с тем, что происходит и что есть у нас. Сегодня некоторые пытаются обвинить в том, что у нас есть исламофобия, проблемы. Мы вот недавно с представителями традиционной конфессии России принимали участие на совещании ОБСЕ в Варшаве, проводили там сайд-ивенты. Как раз-таки была тема измерения прав человека, многие были темы затронуты. Но есть очень простые факты. В России сегодня действует почти 8 тысяч мечетей. Действуют больше 100 исламских учебных заведений, порядка 10 из них высшие исламские вузы. Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, поддерживаемый в том числе и представителями органов власти, сегодня оказывает существенную поддержку в уставной деятельности и в реализации социальных проектов традиционного исламского духовенства.
И можно еще много чего называть. Это и средства массовой информации, которые у нас есть, и другая тематика. Но, как и везде, пытаются нас обвинить в чем. Вот мы на полях ОБСЕ о чем слышали, что вот якобы запрещают носить в России хиджаб. Вообще нужно правильно понимать, что такое хиджаб, что такое платок. В культуре мусульманских народов России у нас никогда наши мусульмане хиджаб в понимании арабском не носили. Да, носили платки и татары, и башкирии, и на Кавказе, но это не было таким одеянием, как, скажем, в современном Иране или в других сегодня государствах исламского мира. Или, да, сегодня локально кое-где такие проблемы возникают, но выбор же дан школе. Сегодня школа, родители выбирают, какую одежду носить, скажем, детям. Я почему об этом говорю? Вот смысл в том, что пытаются придумать нам некие мнимые проблемы в России, что вот Россия такое государство, где русские православие давит на ислам, на другие конфессии, но не было этого. Даже во времена царской России в русских православных городах русский царь строил нам мечети. Санкт-Петербург, Ярославль, Тверь, другие города. Как сегодня идет подмена понятий? Вот нам, исходя из Конвенции по правам человека, говорят, вот вы должны, мусульманам это как бы нам ставят в упрек, что вот у вас нет выбора религии. Мусульманин не может выйти из лона ислама, вот вы должны принять решение, чтобы вот сегодня, в 21 веке, было такое право, чтобы мусульманин мог бы отказаться от ислама и уйти в другую религию. Но не можем мы это сделать. Если даже 1,5 миллиона мусульман мира соберутся и проголосуют, мы не можем изменить ценности, которые заложены в Коране. Ну как же это не понять? То есть, ну вы посмотрите, сегодня, возможно, будут добиваться под этим красивым названием такого решения, а куда они дальше пойдут? Потом они скажут христианам, что им не нравится где-нибудь там что-нибудь с крестом. Да. Потом скажут иудеям, вот не нравится нам вот здесь вот это, вот вы должны быть вот современные сегодня. То есть это может дойти очень далеко, и мы, конечно же, сегодня те попытки, желания, когда пытаются запречь религию на телегу политиканства, мы никак его не можем воспринимать по-нормальному, ну, и как бы относиться к этому, как говорится, серьезно. Смотрите, что сегодня происходит с исламским миром. Вот у России мы евразийская страна, и, конечно же, наши жители, мы не как в Америке, в Европе, приехали сюда несколько лет, столетий назад, мы здесь живем тысячелетиями. Вот Богу так было угодно, что вот мы, братья, живем здесь тысячелетиями на одной территории. Кто-то выбрал для себя ислам, кто-то православие, христианство, иудаизм, и слава Богу, это не наш выбор, это выбор Бога. И слава Богу, мы сохранили свое многообразие в единстве. Никто не трогал наши мечети и медресе, спокойно, пожалуйста, молись. И я говорю же, что сегодня 8 тысяч мечетей, а до революции и потом у нас было 14,5 тысяч мечетей в Российской Федерации. И сегодня, так или иначе, конечно же, нам придется, и мы ведем последовательную, я так понимаю, политику работы и с мусульманским миром. Даже вот последний пример, как называется правильно, Каспийские соглашения в Астрахани. 4 мусульманских региона, извините, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан. 120 миллионов человек мусульманского мира. И мы, Россия, согласились на обоюдные договоренности вместе дальше созидать и делать добро. Ну, так я уже условно говорю. То есть никаких нареканий, непониманий нету. Но нам, наверное, нужно вспомнить пример Рузвельта и Черчилля с
70 лет тому назад с руководителем династии Абдул-Азиза в Саудии, когда американцам удалось 70 лет тому назад убедить монарха Саудовской Аравии вместе работать и вместе делать, благодаря чему они через ресурсы влияли на всю геополитику мира. И сегодня же мы же видим, что пытаются нас вернуть к 90-му году, понизить цены на нефть, и чтобы как бы сегодня нам как-то стало здесь как бы плохо. Что творится с неким клоунадой, по-другому назвать я не могу, и религиозные деятели мусульманские об этом говорят, с таким понятием, как исламское государство. Какое исламское государство? Кто это такие люди? Ведь мы же понимаем, что внешние силы вкачивали туда огромные деньги и подготавливали этих людей. Но подготавливали как бы в надежде, что они будут воевать вот с одной силой. Сегодня это у них не получилось, они вышли из-под контроля. Сейчас уже будут готовить еще третью, четвертую, пятую силу. И никогда, конечно, там мир не установится. Вот. И те даже съемки, которые показывали всему миру, когда, конечно же, мы все с болью смотрели, как убивают человека, режут, но это тоже очень схоже на какой-то голливудский фильм. Во время войны нет времени, чтобы вот так показывать, там, одевать в оранжевые одежды, там вот, голубое небо, стоит в этом палач в какой-то этой как маске. Но что сегодня происходит? Что говорят сегодня в мусульманском мире ученые, знаете? Вот я вот продолжаю тему, которую задал владыка Иоанн. Сегодня, это ученые мира исламского говорят, люди в исламском мире устали уже от понятия строительства социального мира, демократического мира. Люди уже в это верующие не верят. Они понимают, что это обман полный, что это не во благо их. И мусульманский мир реально начал говорить сегодня о возврате в халифат. Они говорят, вот нам тогда было лучше, тогда было развитие, тогда было, ну, они там разные мотивации, кто-то нет. И дабы сегодня, чтобы это не произошло, сегодня вот эта клоунада под названием «исламское государство» пугает весь мир, от слова вообще халифа, чтобы это было нарицательно, чтобы никто к этому названию не возвращался, чтобы это было таким устрашающим названием. Идет подмывание, подмена понятия нормальных вещей, как шахидов. Но шахиды – это же не те люди, которые убивают себя, они в аду, запрещено исламом это. Шахиды – эти те, кто умирали за родину, за отечество. Это те мусульмане, скажем, в России, если мы будем брать, которые умирали в войне 70 лет тому назад. Вот они действительно шахиды, потому что они воевали за свое отечество, а это смертники. Но насколько размыто сегодня понятие? И сегодня некая режиссура, когда они для того, чтобы управлять вот теми ресурсами нефти, других там полезных ископаемых, им мешают вот эти религиозные убеждения верующих людей. Им нужно все это поменять. Они уже не могут играть на этом поле. И, к сожалению, находятся люди, с которыми они эту игру ведут. В этой связи, конечно, очень важно отношение государства, здоровых сил, всех нас, обратить внимание на те праведные истоки веры. Вот вы сейчас цитировали там как бы свое великое слово. В Коране тоже Всевышний говорит, когда вам приносят какую-то новость, вы не сразу реагируете, вы сначала вы должны как бы проверить, правду ли они вам несут. Я вот вам, позвольте, хочу процитировать буквально две минуты удивительный документ, которое письмо пророка Мухаммеда, датированное 620 годом, было написано Али ибн Абу Талибу, оно было доставлено христианам, оно было найдено в монастыре в Синайском полуострове. Что говорит пророк Мухаммед? Это письмо сохранилось с печатью пророка.
Письмо было следующего содержания. Это письмо, цитирую, Мухаммада, сына Абдуллы, в котором мы берем на себя обязательство перед христианами, что мы будем защищать их, близко ли они находятся, либо далеко, я, а также рабы Аллаха, ансары и наши последователи. Христиане, они наши подданные. Они имеются в виду по исламскому миру тогда. И клянусь Аллахом, я запрещаю все то, что приносит им беспокойство, и нет им в чем-либо принуждения. Их судьи не лишаются своих должностей, а их монахи не изгоняются из своих монастырей. Никому не разрешается разрушать места их поклонения или приносить порчу имущества, или что-либо уносить оттуда в дома мусульман. Если кто-либо сделает что-то подобное, то он является нарушившим договор с Всевышним Аллахом и ослушавшимся его посланника. Поистине они состоят со мной в договоре. Перед ними состоит в том, что они не встретят от нас то, что им отвратительно. Никто не должен их заставлять покинуть свои места, принуждать их к сражению. Более того, мусульмане обязаны сражаться, защищая их. Если мусульманин решился жениться на христианке, то не будет действительным их брак без ее согласия. И пусть муж-мусульманин не запрещает ей посещать церковь для молитв. Церкви должны почитаться. Никто не имеет права запрещать, реставрировать их или участвовать в их разрушении. Не разрешается ни одному члену исламской уммы разрывать этот договор вплоть до судного дня. Вот истина, с которой шел пророк Мухаммад, и что в Коране. Но сегодня, извините, что я так, может, эмоционально как бы тоже выступаю, дело в том, что идет полная подмена понятий. А работают огромные институты, огромные деньги, чтобы все это поменять. И слава Богу, вот поверьте, это мы едины, все конфессии и люди, которые за границей, в том, что и Россия, народы, и руководство страны стало мощно на путь защиты традиционных, нравственных, человеческих ценностей. Об этом говорит президент и в своих статьях, и на валдайском вот общении, и вот недавно всегда последовательно об этом говорит. И поверьте, у нас много союзников, нормальных людей в мире, которым как раз-таки интересна вот такая повестка дня. Спасибо за внимание. Знаете, очень ценно и полезно то, что вы развенчиваете те мифы, которые существуют вот по отношению к мусульманам и вот к людям вообще, исповедующим религию, и которые вот мешают просто жить и опасны для любого общества. Спасибо большое. И я бы сейчас хотел обратиться к заведующему кафедрой Казахского гуманитарного юридического университета Даулену Мирасу Мухтаровичу. Я знаю, что вы тоже подготовили сообщение для нашего круглого стола. И я думаю, что было бы правильно, если бы вы сейчас нам сообщили, что вы подготовили. Прав свободы людей. То есть из этого можно сделать вывод, что данное право не является абсолютным,
50% нарушений. Конечно, это небольшая часть, на самом деле, более 50% нарушений, которые констатированы в европейском формате, это касается статьи 6 конвенции, это право на административное разбирательство, и статьи 3, запрет пыток или человечного нарушающего достоинства обращения. В чем заключается все-таки новосущность права на визит в понимании суда? Во-первых, мнение суда по праву на свободу мысли, совести и видеть является одним из фундаментов демократического общества в понимании конвенции. Данное право включает в себя право придерживаться или не придерживаться каких-либо религиозных убеждений, а также право практиковать или не практиковать какие-то религиозные обязанности. В то время как свобода религии представляет собой вопрос индивидуальной сущности, это также включает в себя одну религию самостоятельной, победа частном порядке, либо сообща с другими публичным образом и соответственно с теми, кто разделяет данные убеждения. Тем не менее, статья 5 конвенции не в каждом случае гарантирует право выражения своих религиозных убеждений. Посредством определенных действий публичной религии, способ, требуемый одной религии и убеждений. Демократическое общество, в котором несколько религий одновременно современной повестки, может быть необходимым ограничение свободы религии в целях учетных интересов различных групп и обеспечения того, чтобы убеждения каждого уважаются должным образом. Суд неоднократно подчеркивал роль государственного обеспечения соблюдения свободы религии и в качестве нейтрального и независимого национального организатора возможности исповедования различных религиозных убеждений. Тем не менее, если говорить о контексте или возможности исповедовать религию на рабочем месте, то здесь необходимо все-таки определить задание суда. То есть, какого-то задания суда, если это вообще-то для того, чтобы определиться с границами тех возможных ограничений, которые может суда вводить, а также их работодателю. Во-первых, суд должен был определить сферу позитивных обязанностей работодателя, независимо от того, государственные работодатели или частные, по защите прав сотрудников в соответствии с положением статьи 9. Другие слова должны решить, в какой степени правительство должно принимать разумные меры, чтобы учитывать различные убеждения и практики на рабочем месте. И здесь неделя говорит, и другие против Соединенного Королевства сделала решение появилось в 2013 году, в прошлом году. Суд должен был соотнести право заявителя на законные интересы, заявителя и, соответственно, законные интересы работодателя, которые не соответствовали общественным интересам. Что открывает законодательство не обеспечивало адекватную защиту права исповедовать свои религии. Заявитель часто жаловались на ограничения со стороны работодателей на открытое ношение имени на рабочем месте. Да. По мнению суда, даже в тех случаях, когда вера достигает требуемого уровня убедительности и значимости, нельзя утверждать, что каждое действие, которое в какой-либо мере вдохновляет или мотивирует религию, представляет собой исповедование религии. Так, например, есть религиозные действия, которые напрямую не выражают соответствующих убеждений религиозных, и лишь отдаленно связаны с предписанием веры, тем отпадают под действия статьи 9, то есть под защиту клиента и европейской клиента защиты прав человека. Вместе с тем, заявитель не обязан доказывать, что он не действовал по исполнению обязанности возложенных на него определенной религии. Это обязанность, это право государства доказывать. Но заявитель там не обязан исполнить. Суд оставляет государственным участникам конвенции определенную свободу усмотрения при принятии решений о необходимости вмешательства в данное право, естественно, по пределах такого вмешательства. Теперь, как говорится, суд постановил, что имело место вмешательство в право заявителей исповедовать свою религию и запретом открыто носить крест на рабочем месте. Суд констатирует факт, что Соединенное Королевство, так же, как и многие другие государства, имеет правовых положений, специально регулирующих ношение религиозных одежды и символов на рабочем месте. То есть таких законов как бы специальных обычно не принимается. Вместе с тем, суд полагает, что отсутствие специальной защиты в национальном законе не означает, что право заявителей исповедовать свою религию, как бы натя религиозный символ на работе, недостаточно защищено. Суд, однако, пришел к выводу, что справедливый баланс между желанием первого заявителя исповедовать свою религию с одной стороны и желанием
правообладатель сохраняет априори корпоративный с другой стороны, не был соблюден в данном конкретном случае. Кроме того, то в случае заявителя других сотрудников того же работодателя было все-таки разрешено носить некие атрибуты и символы, связанные с атрибутами. Например, тот же работодатель разрешал носить некоторым сотрудникам фирмы, например, хиджаб. Соответственно, это негативно влияет на бренд и стиль компании. То есть тогда вопрос о корпоративном стиле, соответственно, вообще не возникал. Вместе с тем, причина просьбы по второму заявителю снять крест, а именно для защиты здоровья и безопасности в больничной палате, является более весомой для первого заявителя. Решение вопроса о медицинской безопасности представителей больницы более компетентно, чем суд, особенно международный суд. В результате суд пришел к выводу, что требование заявителя снять крест, именно если это касается работы в больнице, не было непропорциональным, оно соответствовало принципу пропорциональности. Подводя итог, необходимо констатировать факт, что действительно данное право не является особенным. Но когда государство пытается ограничить данное право в интересах общества или государства, то в данном случае необходимо придерживаться принципа пропорциональности. Данный принцип пропорциональности, как мы знаем, является сейчас общим принципом права. Но необходимо в каждом конкретном случае проводить надлежащим образом тест пропорциональности. Тест пропорциональности, анализ практики суда показывает, что из всех видов теста пропорциональности, которые суд использует, он еще использует один тест пропорциональности. Это называется тест методости, то есть необходимости данных ограничений в конкретное время, применительно к конкретному случаю. Другого теста суд не использует, хотя нет никаких тестов. Например, есть так называемый соответствующих мер. То есть те меры, которые государство принимает, на самом деле и они были, именно эти меры были необходимы. И можно было применить какие-либо другие меры. В данном случае я бы хотел в заключение отметить, что судом подчеркивается необходимость соблюдения принципа правосознания. Но практика суда все же показывает, что главным критерием и главным тестом правосознания для этого. А я бы хотел все-таки обратить внимание также на практику более тарского комитета по правам человека Организации Европы. Конечно, мой доклад в большей степени связан с практикой европейского права человека, но я бы хотел вспомнить о деле, которое появилось в 1989 году, дело Синг-Синдер против Канады. Как вы знаете, статья 18 международного пакта открывает почти права, таким же образом, как и статья 5 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирует каждому свободу мысли, совести и жизни. И в данном случае возник вопрос о том, насколько человек, заявитель, да, который подавал жалобу в комитет по правам человека, если работодатель ограничивает его право носить тюрбан на работе, в этом случае для цели, естественно, защиты его от каких-то там предвоздействия или опасности на работе, потому что данный человек и его предложение, он работал на опасной работе, должен был носить каску просто. И вместо того, чтобы носить каску, он говорил по своему, то есть он, как бы, видите, от него требует ношения тюрбана. То есть это отказывал от того ношения защитных мер, в том числе и каски. Здесь комитет прогнозировал, применяется ли данное правило индивидуально или все-таки в общем контексте. И суд пришел к выводу, что трудовой кодекс Канады требует от работодателя, прежде всего, обеспечения безопасности на рабочем месте. То есть, если работодатель обеспечивает безопасность на рабочем месте, и завтра случится что-то с таким работником, то есть, на ответственность идти работодатель, то не обеспечен как бы человеку безопасность своего труда. И в данном случае комитет определил, что данное законодательство является неправильным, поскольку имеет всеобщий принцип дискриминационного характера, дискриминационный элемент в данном законодательстве комитет не нашел. И в заключение я бы хотел все-таки сказать о том, что не та тема, которую мы сегодня обсуждаем, она не просто важна. И она действительно актуальна и требует некоторых моментов. Почему? Дело в том, что сейчас мы знаем о том, что практика тех же международных судебных органов развивается подходы
определенным вещам, которые, может быть, перед которыми казались нам более, больше и меньше степени дисны до этого. Но, как показывает там, практика того же комиссии по правам человека, не все вопросы отдаются на данный момент решенным. Причем, потому что, как мы знаем, как я уже сказал ранее, европейцы констатировал, что государство обычно не существует специальных законодательных органов, которые регламентируют вопросы, например, ношения или не ношения религиозных символов на работе. И даже действительно, поскольку такая практика имеет место, в том числе и в Казахстане, то в данном случае я считаю, что мое мнение лично, что мы должны принимать внимание при решении данного вопроса, а также практику международных студентных органов. Наша тема «Права человека» как бы в рамках заповедей Господних. Господь проявляет себя в закономерности гармонии бытия. Вот эта гармония, которая есть, это и есть любовь Господа к нам. И отсюда следует, что нарушение такой гармонии вызывает катаклизмы. Но последнее время то, что происходит на Украине, вот это множится от наших, в общем-то, братьев. Я сам вырос на Украине. Москали, жиды, виновны в гражданской войне в Украине, вот во всем виноваты. Коммунисты и евреи. Там, а сегодня москали и жиды. И смотрите, Россия – это Господом данная земля, чтобы ее хранили, благословляли, ну, то есть приумножали богатство ее, те, которым Господь дал возможность жить на этой земле. Ну, вот мы все дети, кто родился здесь, растет, и это самое главное. Если бы мы так относились серьезно, как должны относиться вот к России, к Советскому Союзу, он бы не распался. И те, кто сегодня кричат москаляку на геляку, а жидов там и того, и так далее, это несколько процентов больных, хулиганов, идиотов там и прочих. Остальные-то украинцы нормальные люди. Конечно же, это же наши двоюродные сестры, дяди, тети. У каждого второго, ну, родственники на Украине. Но это понятно, что они нормальные. Как и здесь, так и там. Вот просто несколько, ну, везде есть идиоты, хулиганы. В чем же, что нужно исправлять? Но необходимо соблюдение принципа единства образовательного пространства. Вот трудно представить себе сегодня, чтобы вот евреи вот так вот, ну, терзали друг дружку. Они вот, ну, особенно богобоязненные. Над ними всеми его Тора, Ветхий Завет. Один. Его не меняют. Там нет 20 вариантов. Вот он один, единственный. Возьмите христиан. Ну, скажем, у них тоже есть Новый Завет, единый, он не меняется. И это очень важно. И христианин, он им в Москве христианин, поехал он куда-то там в Африку по работе, он все равно христианин. Он держит это внутри себя. Но, также и мусульманин, но Россия имеет свои законы. Нам не столько надо придумывать, сколько их надо открыть. Есть закон существования России.
И этому закону должны подчиняться все. И христиане, и мусульмане, и евреи, там, и с этим кипой, он с хиджар, кем бы он ни был, с чем бы он ни был. Потому что он живет в этом многоквартирном доме, где на одном этаже один живет, на другом другой, и все зависят друг от друга. Мы должны это понимать, что есть то, что нас всех объединяет. Это история, это язык, это литература. Это то, что нас объединяет всех. Поэтому изучение истории, языка и литературы должно быть одно на всех. Одно на всех. И мы должны его чтить и повторять, сидя дома, идя в дороге, как молитву. Не прибавить и не убавить. Надо так написать, и только это и должно быть. Это и то, что нас спасет. Спасет, как детей России. Неважно, там горбатый нос или курносый нос, лысый или кривой, горбатый. Ну, ребенок. Все. Русский. И здесь важно еще и воспитание. Поэтому я хотел бы обратить внимание, мы не должны педалировать религиозный, нерелигиозный. Но он русский. Вот этим сказано все. Он русский человек. Когда мы переживаем за Новороссию, мы же не интересуемся, он там ходит в церковь, или там в синагогу, или там в мечеть. Он русский человек. Он говорит на русском языке, он любит и чтит, и знает, что он часть русской истории, ну, литературы и так далее. И вот это должно быть главенствующим. И этого не понимают, видимо, на Западе. Нас обложили кострами со всех сторон. И на Западе, и на Юге, и только север. Вот белые медведи с нами. А все остальные нас обложили. Но чтобы выстоять и одержать победу, мы должны переключиться, то есть написать сегодня единый учебник истории, единый учебник русского языка. Если нужно, там буква «Ё», Сёма, допустим, то буква «Ё». Есть такое, знаете, все все сделали, ну ее, да, то все-все, тут же и так далее. Русский язык богатый, но не надо же его и обкрадывать. Вот, и история. История и литература, тоже литература, это тоже очень важно. И на русском языке можно писать и по-татарски, и по-еврейски, и по какому хотите, но обогащать его надо. Ну, по-русски, само собой. Там Бабель, он писал вообще еврейский рассказ, ну, на русском языке. Ну, вот. Короче говоря, я заканчиваю, чтобы вам не морозить голову. Нам пора создать условия, которые позволят использовать историко-культурное наследие эффективно и бережно. Вот что я хотел сказать. И спасибо вашей академии за то, что мы подняли вопрос прав человека. Права, наши права граждан России – это историко-культурное наследие беречь и приумножать. Спасибо. Вопрос к нашим уважаемым докладчикам. Вот как вы относитесь к тезису, который был сформулирован известным индийским философом Вивеканандой. Религия состоит из мифологии. Ну, это немножко не то, о чем говорил владыка Иоанн, а скорее это легенды.
ритуалы и философия. Вот мне очень интересно было бы послушать, чтобы кто-то из вас или из присутствующих здесь попробовал бы ответить на этот вопрос. У меня есть свои соображения, но на этом я не хочу останавливаться. Благодарю вас. Сегодня утверждает, что мы живем в эпоху без религиозной веры. Вот чем она отличается? Религия – это, прежде всего, опыт богообщения. Религары связывают, то есть когда человек связывается с Богом. Но вот если нет этого богообщения и передачи этого опыта богообщения, а остаются лишь какие-то постулаты, там, в том числе и философские, то вот эта безрелигиозность и утверждение веры, да, она присутствует сейчас в нашем обществе, когда пытаются, как я уже сказал, постсекулярную эпоху впустить религию, но не религию впускают, не теологию, не догматы определенные, а приспосабливают то, что необходимо. Поэтому в данном случае, мне кажется, здесь не совсем корректное определение религии, потому что тут отсутствует самое главное – богообщение. То есть то, когда человек, как образ Божий, подобие Божие, он общается со своим Творцом. Уважаемые коллеги, мое предложение имеет некоторый методологический характер. Мы много говорим о диалоге конфессий. Это абсолютно важно, абсолютно принципиально. И мне кажется, что первый уровень такого диалога успешно состоялся и в Академии, как мы видим сейчас, когда взаимопонимание между представителями основных традиционных конфессий России, на мой взгляд, полное. И с точки зрения деятельности многолетней ОВЦС, когда его возглавлял Святейший. И в этом отношении сейчас, мне кажется, мы можем подойти к некоторому уточнению структуры этого диалога. То есть сделать шаг вперед, который я предлагаю оформить следующим образом. То есть я предлагаю ввести некоторое эпистемологическое уточнение в эту проблему межконфессионального диалога. В первую очередь, на мой взгляд, крайне важно, и вот сейчас уже действительно важно, разделить два уровня, на котором этот диалог развертывается. Конкретно в России, ну и шире во всем мире, но конкретно взять нашу страну. Первый уровень я определяю как поверхностный уровень или бытовой уровень, к которому чаще всего и сводятся те проблемы, которые мы обсуждаем. Что значит бытовой уровень? Конечно, в религии есть еще и культурная составляющая, то есть форма внешнего вида, некоторое исполнение обрядов, некоторая бытовая этика. И люди, исповедующие разные конфессии, в нашем случае православие, христианство, в меньшей степени иудаизм, представлены просто менее массово в нашей стране, они в некоторых случаях создают конфликтные ситуации, потому что в этом бытовом исповедании, которое воплощено в ношении символов религиозных, хиджабов, праздников, у разных конфессий бывают трения. И вот эти трения сплошь и рядом выносятся в центр внимания, на этом раздувается религиозная вражда, религиозная ненависть, которая, как правило, обосновывается некими бытовыми аргументами. Например, выход мусульман на празднование Курбан-Байрам, кому-то это может не нравиться, строительство мечетей в христианских центрах с компактным проживанием христиан. На самом деле, чаще люди, которые вовлекаются в эту ситуацию, действуют, исходя из очень поверхностной мотивации. Религию свою они знают поверхностно, плохо, воспринимают ее как совокупность внешних признаков. И здесь существует потенциал конфликтов, чисто бытовой потенциал, который... Люди не похожи на нас, их обряды не похожи на нас, их внешний вид не похожи на нас, их слишком много, и они ведут себя, как кажется, слишком вызывающе, что порождает систему социальных противоречий. На это мы отвечаем как раз тем
тем обращением к единству наших конфессий, проживающих на территории России на протяжении веков, что, в общем-то, суммируется евразийским стилем. Это очень важно. Потому что если мы вспомним эпоху существования Русской Православной Церкви в условиях Золотой Орды, мы видим, что этот принцип веротерпимости по отношению к христиан, начиная с хана Узбека, помноженный на веротерпимость Чингисхана, создавал прецеденты в условиях исламского государства зеленого света исповеданию православной веры. То есть это чингидовское наследие, это исламское наследие. И что любопытно, что эта же традиция, традиция веротерпимости, стала доминировать в тот момент, когда Московское царство было создано как православное государство, и это было симметрическое отношение к народам, исповедующим ислам, другие конфессии. Это евразийский стиль, и поэтому, когда нам говорят, что воспользуйтесь западным опытом взаимодействия конфессий, где наоборот были религиозные войны, а у нас их не было, это на самом деле звучит просто глупо, потому что у нас есть своя отечественная традиция, о чем все уважаемые докладчики говорили, отечественная традиция органичного существования конфессий, в частности, в первую очередь, христианство, ислама, но также иудаизма. И вот здесь очень важно, на мой взгляд, что на этот бытовой вызов различий в наших в религиозных, конфессиональных формах бытия, быта, в этом бытовом различии, есть ответ. Евразийский стиль межконфессионального диалога, но он имеет отношение к очень поверхностным вещам, то есть к утверждению некоторых общих бытовых устоев, например, неприязни бытовой к постмодерну, к либерализму, в нравах, например, представления о приличии, которые, кстати, очень сходны у христиан, у православных, у мусульман и иудеев. Даже интересно, что запрет на ношение галстуков у старообрядцев и у мусульман имеет сходную природу. Этика ношения бород у взрослых христиан традиционных, у взрослых иудеев и у взрослых мусульман. То есть есть даже бытовые вещи, которые нас на самом деле сближают. Есть евразийские исторические прецеденты, которые, это история в первую очередь Российской империи для нас, когда было создано духовное управление мусульман, которое опекалось, поддерживалось и так далее. Мы как бы возвращали эту веротерпимость мусульманам, и в этом отношении наша история дает примеры, убедительные примеры гармоничного существования на поверхностном уровне представителей разных конфессий. И вот здесь, мне кажется, этот наш межконфессиональный диалог, вот здесь, на этом уровне, он развивается очень продуктивно, потому что в ответ на вызовы тех, кто сеет межконфессиональную рознь, и сплошь и рядом, как уважаемый муфтий сказал, есть здесь не исламские источники и не христианские, ответ у них не от Русской Православной Церкви исходит. И те люди, которые разжигают межконфессиональную вражду, сплошь и рядом оказываются вообще не имеющие отношения к нашей традиции. Это неорганичные члены Русской Православной Церкви, неорганичные члены исламской уммы, и настаивают на вещах-то совершенно не традиционных. Поэтому на этот вызов, на мой взгляд, поверхностный вызов, у нас есть такой евразийский ответ, который уже отработан. Его аргументацию я слышу много лет, начиная с ОВЦС, и мы это продолжаем, это нужно делать, и надо продолжать этот уровень. Но сейчас мы видим, что ситуация в обществе усложняется. Есть еще один момент, который по мере возвращения нашего общества к религии, по мере христианизации, рехристианизации нашего народа, по мере возрождения исламской традиции на территории Российской Федерации после таких вот десятилетий атеизма, в том числе параллельно и в иудейской общине, не в меньшей степени, происходит углубление представлению о теологическом измерении наших конфессий. И здесь наши призывы к тому, ребята, давайте жить дружно, у нас есть евразийский опыт, они не работают, потому что когда человек начинает углубляться в теологические аспекты, перед ним вера и христианство, и ислам, и иудаизм открывается совершенно в другом ключе. Это просто другой уровень. И здесь, на мой взгляд, возможен другой уровень глубинного межконфессионального диалога, который должен строиться по принципиально иным принципам, по принципиально иным правилам. И здесь недостаточно таких доброжелательных социальных призывов к тому, чтобы остановить рознь, потому что рознь здесь не главная. Здесь речь идет о межтеологическом полилоге конфессии. А если мы привлечем буддистов, которые часть тоже традиционного общества, то этот полилог станет еще более сложным.
И вот здесь, мне кажется, точно так же, как на поверхностном уровне, есть следующий момент. Есть дивергенции и конвергенции. Есть общее и отдельное. Но это общее и отдельное вообще другое, чем общее и отдельное на поверхностном уровне. Что я имею в виду? Если мы углубимся в теологию наших религий, то никакого прямолинейного альянса, по крайней мере, у христиан с иудеями и мусульманами, иудеев с мусульманами, особенно с христианами, в меньшей степени с мусульманами, и в отличие здесь мусульманами, которые являются исключением, быть не может, потому что наши теологии фундаментально различаются. Мусульмане принимают христиан и иудеев как таких заблудившихся представителей ислама. Им проще в каком-то смысле, у них есть инклюзивная теологическая модель. В то время, когда иудеев и у нас христиан, эксклюзивная теологическая модель отношения к другим конфессиям. И как только мы переводим уровень диалога на этот теологический пласт, картина не поддается такому простому решению, как на уровне поверхностного призыва «давайте дружить», обращаясь к историческому опыту. Поэтому дивергентная сторона наших конфессий, когда люди, кто-то включается в диалог на более глубоком уровне, может вызвать ощущение, что он сбивает нам наше мирное гармоническое существование, потому что привносятся аргументы из нашей же теологии, трех, или, если брать буддистов, четырех, таких доминирующих, что ситуация будет не такая красочная, как нам на первом уровне кажется, потому что пара-тройка цитат из наших священных писаний или священных текстов, и картина будет другой. Это я профессионально точно могу говорить, все мы прекрасно это знаем, просто мы стараемся эту тему не поднимать. А с другой стороны, помимо этой дивергенции теологической, безусловно наличествующей в наших конфессиях, в наших религиях, существует очень много общего, метафизически общего в наших конфессиях, не тождественного, но общего. И здесь тоже возможен диалог, полилог между этими конфессиями, потому что все наши конфессии строятся на признании священного, на признании божеского бытия, на представление о бессмертии души, о том, что материальные ценности, материальная жизнь не главное, и это действительно общее, теологически общее. Мы верим в душу, мы верим в воскресение, в авраамические традиции. У нас есть есть элементы общей веры, общего рассказа, нарратива религиозного для трех конфессий, для буддистов нет. Но на самом деле здесь структура конвергенции, то есть того, что нас сближает, и дивергенции радикально отличается от структуры сближений и противоречий на уровне поверхностного межконфессионального диалога. И вот здесь мне кажется, что те люди, которые сознательно делают ставку на эскалацию межконфессиональных отношений в российском обществе, прекрасно понимают вот эту дуальную структуру межконфессиональных диалогов. Потому что, играя на этих различиях, это пока не противоречие, это различие, потому что здесь две системы противоречия, две системы сближения, они могут в любой диалог привнести деструктивные нотки, процитировав, например, либо то, что говорят об иудеях христиане, и то, что сказано в наших священных источниках, либо что в Талмуде сказано о христианах, либо что в Коране сказано, помимо вот этих замечательных слов, там есть еще некоторые слова, которые, конечно, будут такими жесткими для представителей других конфессий. И вот появление подобного рода персонажей, обращающихся к другому уровню, на уровне вот такого межконфессионального согласия, в любой полемике, особенно с хорошо поставленной, способно завести ее в тупик и сорвать наши благие намерения. Поэтому, не дожидаясь таких вещей, мы чаще и чаще с этим сталкиваемся, чаще и чаще на практике. И вот и муфтий, наверняка уважаемый, знает, что достаточно прийти одному специалисту по фундаментальному исламу, и разговор так не пойдет, как сейчас у нас. И здесь он появится, выскажет, вот, пригласим Гейдар Джамаль, все закончится, вся наша картина доброжелательного взаимопонимания, она завершится, потому что будет выставлена такая система аргументов, которая никак вообще в нашу топику не укладывается. Или кого-то еще. И в этом отношении мое-то предложение заключается в следующем. Чтобы, развивая и уже развив поверхностный межконфессиональный диалог, приведя все систему аргументов и продолжая ее приводить для прагматических целей, обратиться к следующему уровню, к спокойному, методичному, подчеркивающий конвергентные стороны, но и не избегающие противоречий и дивергентных сторон, межконфессиональному глубинному теологическому диалогу или полилогу. Это очень деликатная модель. Может быть, для нее нужна еще более закрытая форма, закрытый формат, для того, чтобы не вводить в смущение простых людей, не транслировать это, не публиковать, но, по крайней мере, обсудить
компетентным представителем теологической элиты наших конфессий, традиционных конфессий России, вот эту систему дивергенции и конвергенции теологического уровня. Мне представляется, что это не просто полезно с точки зрения философской, исторической, это уже становится вопросом безопасности, если угодно, религиозной безопасности нашего общества. В противном случае далеко на таких вот призывах мы уже не уедем, с нами новые вызовы, новое поколение растет, которое уже воспитано не в советском периоде, а уже кто-то на христианской ортодоксии, кто-то на исламской ортодоксии, кто-то на иудейской ортодоксии. С ними говорить гораздо сложнее, это другое поколение. Они ярче, они резче на самом деле, но они менее темперированные, менее модерируемые на самом-то деле. И в этом отношении это и образовательную функцию выполнит, и с другой стороны укрепит позиции нашего межконфессионального российского мира. Благодарю вас. Будем продолжать. И я прошу взять слово советника Конституционного суда Российской Федерации Корнеева Алексея Сергеевича. Спасибо, Алексей Александрович, за возможность высказаться на столь представительном собрании. Всецело разделяя здесь услышанные соображения, я хотел бы остановиться на том вкладе посильном, который вносит Конституционный суд в достижение надлежащих ориентиров государственной церковной политики, потому что достойная нашей страны государственная церковная политика одновременно является мощным гарантийным механизмом соблюдения прав человека. И я вот свое краткое выступление хотел бы начать эпизодом столетней давности. Мы отмечали в августе текущего года 100 лет начала Первой мировой войны. И, насколько я помню, в мемуарах генерала Краснова приводится такой эпизод уже ноября, насколько я помню, 2014 года, когда в Восточной Пруссии во время поражения генерала Самсонова попало в плен германские множество мусульман, и по распоряжению императора Вильгельма II с целью расколоть Россию, которая тогда была многоконфессиональная и еще более многонациональная, этим мусульманам обеспечили самые льготные условия пребывания в концентрационном лагере и построили роскошную каменную мечеть. И Вильгельм непосредственно послал своего старшего сына, кронпринца, на открытие мечети. Начальник лагеря распорядился, чтобы выстроенные мусульмане после выступления кронпринца начали духовное песнопение. Мулла вышел, посоветовался с мусульманами и грянуло «Боже царя храни». Вот почему я к такому эпизоду обращаюсь, потому что царская Россия, старая Россия при всех ее недостатках нам известных, тем не менее все-таки обеспечивала вот тот религиозный баланс, ту надлежащую государственную церковную политику, оценка которой была дана в том числе и этим эпизодом. Что касается уже практики Конституционного суда, то здесь она берет начало преимущественно с знаменитого постановления 16 декабря 1999 года, когда Конституционный суд признал несоответствующим Конституции отдельные положения закона федерального о свободе совести и религиозных объединений. И в этом постановлении была сформулирована та методология проверки на конституционность законодательных актов по признаку ущемления конституционных прав, гарантируемых статьей 28. Та методология, которой Конституционный суд продолжает следовать и до сих пор. Это 5 правил. 5 стадий. Первое – это формальные критерии. Являются ли ограничения религиозных прав на основе федерального закона?
То есть, если это подзаконное творчество, то, соответственно, уже происходит дисквалификация. Далее, вторая стадия оценочная. Насколько соразмерны ограничения религиозных прав с точки зрения конституционно установленных целей такого ограничения? Третье. Это еще более оценочная стадия – социальная оправданность, справедливость этих ограничений. То есть, насколько вот вводимые ограничения, они соразмерны коллективным представлениям о, в том числе, добре и зле, о целесообразности и так далее. А четвертая стадия, опять же, формальная, проверка на ретроактивность, то есть если ограничение имеет обратную силу, то оно признается неконституционным. И, наконец, пятая – это проверка на то, не является ли это ограничение ведущим к расширительной интерпретации. То есть не ведет ли это ограничение религиозных прав, ущемление других религиозных прав или иных прав человека? И в принципе не выхолащивает ли это ограничение сущности данного права? И вот последнее решение Конституционного суда, в том числе по религиозным собраниям, в том числе по возможности закрытия религиозных общин не на основании судебных решений, как раз были всецело подчинены вот соблюдению этой методологии. И в принципе, с моей точки зрения, я лицо заинтересовано, тем не менее, мне кажется, результат получился более-менее достойный. А ключевая же проблема, которая является даже не столько конституционно-правовой, а теоретико-правовой, где кончается ограничение или где не начинается ограничение, независимо от того, законные ограничения, конституционные ограничения религиозных прав, и где начинается регулирование права. Потому что в ряде решений, в том определении, отчасти постановления Конституционного суда используется такая конструкция. Рассматриваемое правовое воздействие не является в принципе ограничением. Оно является регулированием права. И, соответственно, констатация вот этой ситуации означает, что, в принципе, ответ на вопрос о том, является легальным или нелегальным ограничение, уже отходит на второй план или вообще снимается с повестки дня. Здесь затрагивался вопрос о не совсем соответствующих, не совсем отвечающих нашей российской религиозной традиции, многорелигиозной традиции, традиции религиозного сосуществования, существования различных конфессий, практики европейских судебных инстанций. В этом отношении я хочу обратить ваше внимание на дело Маркина, по которому Конституционный суд вынес окончательное решение в прошлом году, которое, помимо разрешения конкретного отдела, вместе с тем сформулировал очень важный прецедент, который и разработал очень ценный механизм, который потом может быть используем, в том числе для корректировки не совсем, так скажем, адекватных решений наднациональных европейских судебных инстанций по делам с участием граждан или объединений против Российской Федерации по мотиву ущемления и несоблюдения конвенционной статьи 9. Этот механизм сводится к следующему. Если в суд приходит гражданин или юридическое лицо с решением Европейского суда, признающим ущемленное право, и данный истец
требует уже судебного решения, которое окончательно бы реализовало, имплементировало решение Европейского суда, то суд вправе, усмотрев, что реализация данного решение приходит в противоречие либо с Конституцией Российской Федерации, либо с ранее вынесенными решениями Конституционного суда, обратиться с запросом в Конституционный суд. И уже Конституционный суд, он, конечно, не может менять решение Европейского суда, но он указывает отвечающий духу и букве Конституции Российской Федерации механизм исполнения этого решения. Позволю себе беглые замечания по поводу того, что уже было высказано, и тех тем, которые заявлены в повестке дня. В повестке дня в том числе звучит тема секты. Тема сект здесь пока еще не была поднята, но тем не менее я хочу немного остановиться на этом, в том числе и привлекая практику Конституционного суда, и те механизмы правового воздействия, которые позволят, если не минимизировать, то, скажем так, оптимизировать регулирование того, что по-европейски политкорректно называется «малыми религиями», но у нас называются секты, и Конституционный суд легализовал вполне этот термин, упомянув его в своем решении 1999 года. В принципе, действительно, свобода совести, свобода исповеданий включает право на создание юридических лиц, объединений, в рамках которых эта свобода совести или исповедания бы реализовывались. Но вместе с тем, мы любим и очень часто обращаемся к зарубежному опыту, но удивительно, что конструктивному зарубежному опыту воздействия и минимизации нежелательной, негативной деятельности сект мы почему-то не обращаемся. Вместе с тем, в частности, в Америке, начиная с 60-х годов, накоплен огромный опыт нейтрализации деятельности, скажем, секты свидетелей Иеговы. В частности, в 1968 году Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение о недопустимости по религиозным мотивам отказа в оказании медицинской помощи. То есть, если свидетели Иеговы отказываются, ссылаясь на воздержание от крови и ссылаясь на книгу Левит, на Деяния апостолов, от переливания крови своим детям, экстренно в больницу собирается судебное совещание и принимает временное решение о прекращении родительского попечения над этими детьми. К сожалению, в Российской Федерации этот вопрос пока нормативно не урегулирован. И в этом отношении как раз примечательно определение Конституционного суда по поводу, или ряд определений по поводу ИНН. Конституционный суд отказал заявителям, которые преследовали цель отмены ИНН, увидев в нем имя зверя или предвестие апокалипсиса. Это на самой поверхности решений. Но вместе с тем, Конституционный суд подчеркнул, что к подобного рода обращениям, к подобного рода заявлениям, которые формально, основываясь на религиозных правах, свободах, вместе с тем торпедируют, если так обиходно говорить, конституционные ценности, вполне применима конструкция злоупотребления правом. Злоупотребление правом, которое как раз пока у нас только в Гражданском кодексе есть. Здесь возможность, это уже дело доктрины, дело вас, уважаемые профессора, подумать, возможно ли разработать или что-то перенять из зарубежного опыта, применительно к злоупотреблению правом, в частности, злоупотреблению правами религиозными, уже на конституционно-правовом поле. Что касается еще одной проблемы, с которой приходится сталкиваться Конституционному суду, это религиозно-политический экстремизм.
религиозно-политический экстремизм и то нормотворчество и проверка нормативных актов, которые призваны противодействовать религиозному экстремизму. К сожалению, при всей осязательности этой проблемы, анализ показывает, что львиная доля нормативных актов, призванных противодействовать религиозному политическому экстремизму, сосредоточена на муниципальном и отчасти региональном уровнях. То есть есть рамочное положение федерального законодательства, более-менее общее. Но остальное регулирование базируется гораздо ниже. В этой связи не всегда благая цель достигается совершенными профессиональными средствами. Поэтому Конституционному суду или судам общей юрисдикции приходится признавать по формальным причинам, по иным причинам недействительными части положения этих актов, хотя, повторяю, цель вполне благая. В заключение, здесь много хотелось бы сказать, но я понимаю, что есть другие желающие выступить. Еще будет неформальное общение, в котором я готов принять самое активное участие. Не в смысле, как сказал уважаемый Зиновий Львович, прийти потанцевать и выпить, да, на прошлом семинаре. Да, а в смысле ответить уже на вопросы по деятельности Конституционного суда в более комфортной обстановке. Но еще хочу раз возвратиться к тому, с чего я начал. Россия имеет действительно богатый опыт существования конфессий, существования не центробежного, а центра стремительного, который укрепляет государственные устои, а не расшатывает их. И если мы совместными усилиями будем государственно-церковную политику, государственно-конфессиональную политику разрабатывать и укреплять, тогда никакие внешние силы, никакие внешние недруги, о которых уже здесь не раз говорилось, не смогут влить в конфессиональные меха дурное вино политических противоречий, вино сомнительного разлива центробежного и сепаратистского толка. Спасибо. Правильно я вас понял, что решение Европейского суда должны получить добро в российских судах, пройти проверку на предмет соответствия конституционным Конституции, ну и другим. Европейский суд по правам человека – это механизм конвенционного контроля в форме судебного органа. Да? Он ни в какой инстанционной соподчиненности относительно российских судов, будь то самые низшие инстанции, будь то конституционного суда, не находится. Поэтому единственное, что подлежит исполнению, это решение, как правило, это пунктом первым, это идет или не всегда, но вместе с тем решение о присуждении материальной компенсации. Да, здесь федеральное казначейство действует, суммы исправно уплачиваются. Но если же говорить о восстановлении того права, которое счел нарушенным, ущемленным Европейский суд, то здесь речь идет и часто связана с необходимостью либо пересмотра ранее вынесенных судебных решений, либо с вынесением нового судебного решения, без которого правоприменительные органы, административные органы, органы исполнительной власти не готовы напрямую исполнить решение Европейского суда, повторяю, поскольку он не интегрирован, не имплантирован в судебную систему Российской Федерации, и в федеральном конституционном законе в судебной системе его нету, Европейского суда по правам человека. А в связи с этим, если суд любой инстанции, любой юрисдикции усмотрит, что непосредственно
прямое, лобовое, так сказать, так, фигурально, да, выражаюсь, лобовое исполнение решений Европейского суда по правам человека приведет к коллизиям либо с Конституцией, раз, либо с решениями Конституционного суда, которые раскрывают смысл Конституции, тогда что, какая ситуация возникает? Что, что ответить адекватно, компетентно, да, может только Конституционный суд. Еще раз подчеркиваю, речь идет о запросе. Вот как, скажем, гарнизонный Петербургский суд запросил Конституционный суд. Конституционный суд, опять же, он не вносит вердикт исполнять решение, не исполнять решение. Конечно, исполнять, но механизм конституционно обоснованный определяет Конституционный суд в таких случаях. Ваша точка зрения изложена в противоречии части 4 статьи 15 Конституции. Все, что вы сказали, это поперек и самой конвенции. Конвенция, которую мы подписали, я как номинант на европейскую, могу сказать, что ради чего мы поступали туда, подписали конвенцию. Для того, чтобы решение суда, решение европейского суда потом не опровергались местными судами, видите ли, что-то не понравится. Ведь по вашей позиции, получается, что есть правильные решения, вот, они нам нравятся, мы их применяем. А есть некая судебная инстанция у нас внутри, что не предусмотрено Конституцией и вообще. И это то, что это опровергает и противоречит Конституции. Я Хорошо. Предлагаю перенести эту дискуссию такой тогда не устроим другой секцию, формат. Панель, да, устроим да, панель, потому там. Что у нас другая тема. Этот вопрос тоже очень острый, и нападки на статью 15 пункт 4 они существуют, и мы юристы-международники за нее горой. Я предоставляю слово профессору Черниченко Станиславу Валентиновичу. Должен сказать откровенно, я не так хотел выступить, как сейчас собираюсь. Я послушал мнение участников, и у меня все, так сказать, изменилось. Я не хочу сказать, что у меня сумбур в голове образовался, но как-то хочется среагировать на выступления, реплики наших участников. По поводу тезиса Викананды. Вы знаете, я считаю, что есть три канала познания. Это религия, искусство и наука. Это не новость, конечно. И их нельзя противопоставлять друг другу. Вот в чем дело. И если с этой точки зрения подходить, в том числе и к философии, тогда не будет, по-моему, таких вот вопросов относительно общения с Богом. Мне так кажется. Но это так, между прочим. Ну, а теперь я хотел бы действительно остановиться на статье 18 Пакта о гражданских и политических правах. Я в какой-то степени это прочувствовал на собственном опыте, как практик, когда я входил в состав нашей делегации, еще советской, в комиссии по правам человека, и мы разрабатывали проект конвенции о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Потом эта конвенция была принята в 1084 году. 1984 году. Хотел бы прежде всего вот на что обратить ваше внимание.
мы как-то еще с времен советских привыкли говорить «советы свободы совести» и все. И это включает в себя свободу и вероисповедания, и свободу придерживаться религии или еще каких-то убеждений, и все. Если мы возьмем статью 18 пакта, мы увидим, там говорится о свободе мысли, совести и религии. И дальше добавление. Это включает в себя право выбирать и менять свою религию. Это статья 18. Я не цитирую дальше это положение, оно всем известно. И вот когда мы разрабатывали проект декларации, а это уже была рекомендация, и надо сказать, что в комиссии по правам человека, поскольку это была западная инициатива, мы относились, ну, в советское время, отрицательно к такой декларации, и у нас было записано примерно следующее в указаниях. Не проявляйте активности. Ну, в конце концов, поскольку я вот раза два или три был членом комиссии по правам человека, прошу прощения, в рабочей группе комиссии по правам человека, которая разрабатывала эту декларацию, я волей-неволей вынужден был как-то активничать. Ну, так, чтобы, понимаете, это было прилично выглядело, чтобы мы не выглядели так, что мы тормозим что-то такое. Мы боялись, в общем, одной вещи. Мы боялись, что эта конвенция, то есть, прошу прощения, эта декларация в какой-то степени будет вносить перекос в статью 18 пакта, хотя это рекомендация. Но потом оказалось, что нет. В общем-то, ничего страшного здесь не было. И несмотря на то, что, в общем-то, в основном западные делегации высказывались насчет принятия этой декларации, ну, это было принято. Но я обратил бы внимание вот на что. Там сказано, в первой статье буквально, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. И далее каждый имеет право выбирать, так сказать, по своему усмотрению вот свою религию или убеждение. Уже нету этого слова, которое есть в статье 18 пакта, что можно менять религию. Ну, надо сказать, что мы относились к этому спокойно, в общем-то. Вот. Но у меня вот возникает просто вопрос, а нужно ли абсолютно четко говорить о том, что нельзя менять свою религию или убеждения? Или убеждения. Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Если мы возьмем, скажем, английский текст статьи 18 и английский текст декларации, там речь идет не об убеждениях, как convictions, а о beliefs. В какой-то степени это и верование, в какой-то степени. Еще одна вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Есть вот такие
формулировки, о которых я только что говорил, и в декларации, и в пакте, которые не полностью вписываются в правовое регулирование, свобода мысли. Ну, вы понимаете, ну как можно заставить человека мыслить по-другому? Мы это знаем на приеме, на примере Украины, зомбирование. Да, к сожалению, это действительно так. Как с этим бороться, я не знаю. Это не входит в мои обязанности, это смешно было бы говорить вообще на эту тему. Да, это вопрос очень сложный, и тем не менее он существует. Дальше. Вот исчезло действительно положение в декларации о праве менять религию. Я вспоминаю, в начале в проекте декларации было сказано, каждый человек имеет право придерживаться религиозных, теистических или атеистических убеждений и их менять. Но ко мне подошел, поскольку я входил вот в состав рабочей группы комиссии, посол Сирии Эль-Фатал и сказал: «Вы знаете, для нас это абсолютно неприемлемо». И, ну, не потому, что я с ним поговорил и все, но совершенно ясно было, что в конечном счете было решено это положение исключить из проекта декларации. Но проблема-то, в принципе, все равно остается. Я вспоминаю вот фразу, которую сказал наш уважаемый муфтий. Пусть, допустим, все мусульмане проголосуют за то, чтобы можно было менять религию, но это будет от лукавого, скажем так. Вот. Но это существует проблема. Это так же, как существует проблема, скажем, отделения государства от церкви, школы от церкви. Понимаете, это проблемы, которые все равно существуют. Я не говорю о том, что мы должны что-то, скажем, сейчас принять такое. Это невозможно, конечно. Но, с другой стороны, мы должны помнить, не обостряя, конечно, никаких межконфессиональных, так сказать, противоречий, о том, что есть вопросы, которые существуют. Ничего с этим не сделаешь. Не нужно на этом заострять внимание. Но они есть. Ничего не сделаешь. Несколько слов относительно сект, о котором говорил уважаемый советник Конституционного суда. Я как раз тоже хотел бы об этом поговорить. Понимаете, какая вещь? К сожалению, нету понятия секты. И, по-моему, невозможно даже юридически сформулировать понятие секты. Сколько должно быть членов секты? Так приблизительно. Вот. Скажем, вот эта самая украинская церковь Филарета. Может быть, это секта все-таки для нашей, так сказать, в нашем понимании? Мне кажется, что да. Ну, естественно, для тех, кто зомбирован на Украине, будут считаться, что это не так. Вот. Понимаете, есть вещи, которые совершенно невозможно определить. И тем не менее мы должны над этим работать. Причем, видимо, речь идет не о том, чтобы мы пытались сформулировать какие-то правовые рецепты, может быть, социологические,
скорее всего, психологические, но об этом надо говорить. И вы знаете, последнее, я боюсь, что я уже перебрал свое время, я очень не хотел бы политизировать нашу дискуссию, но надо помнить, что когда мы говорим о межконфессиональном диалоге, надо знать, с кем мы должны беседовать. Есть люди, которых это не касается. Они просто не в состоянии что-либо, сказать, воспринять. Вот то, о чем мы уже говорили сегодня, насчет Украины и зомбирования. Вот, пожалуйста, есть вещи, где очень трудно использовать какие-то аргументы, даже эмоциональные, бессмысленно просто. Вот в чем дело. Вы понимаете, если, допустим, президент Обама говорит о том, что мы сбили, с самого начала сбили этот самый несчастный Боинг, или у нас есть войска на Украине, о чем тут разговаривать? Я очень жалею, что, ну, может быть, это не моя задача, очень жалею, что на каких-то форумах и, может быть, на самом верху в ООН прямо бы не говорили, это ложь, и все. И можно даже так ставить вопрос, что это по существу означает соучастие в военных преступлениях. Вот об этом надо прямо сказать. Я не хотел бы дальше продолжать в этом духе, потому что мне хотелось бы, знаете, учитывая, так сказать, общий настрой, закончить это позитивом. Все-таки, по-моему, нормальных людей больше, гораздо больше. И, может быть, они не всегда заметны, но это то, что позволяет нам жить. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, ввиду того, что мы уже немного устали и есть выступающие, я буквально тезисно буду говорить. И хочу продолжить вот тему, которая была поднята сейчас уважаемым профессором Черниченко, по поводу менять религию. Извините, но это действительно важная тема. Я напомню, что всеобщая декларация прав человека 1948 года, когда принималась, то вокруг этого ломались очень серьезно копья. Исламские государства были категорически против того, чтобы включать. Но, тем не менее, статья 18 всеобщей декларации прав человека гласит, что свобода совести, свобода мысли, совести, религии включает в том числе право менять религию. В международном пакте о гражданских и политических правах, о котором сейчас говорилось, эта фраза уже отсутствует. В декларации о ликвидации всех форм нетерпимости религии на основе религии 1981 года эта фраза уже отсутствует. И мы подходим к Конституции Российской Федерации. Мне довелось входить в рабочую группу в 1993 году по подготовке к Конституции, и вокруг этого тоже была дискуссия. И сегодня в статье 28 Конституции содержится следующая формулировка. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право индивидуально или совместно с другими исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакое, а также равно распространять религиозные иные убеждения. Вот формулировка Конституции. Почему законодатель, конституционная, точнее, на всенародное голосование была предложена такая формулировка. Потому что действительно в России проживает много мусульман, для которых, исходя из их глубинных основ вероучения, право менять религию неприемлемо. Чтобы снять эту конфликтную ситуацию, вот такое Соломоново решение было принято. Хотя еще раз напомню, всеобщая декларация прав человека, а сегодня уже упоминалась статья 15 Конституции, часть 4 Российской Федерации, нормы международного права, хотя имеет приоритет для Российской Федерации. И тем не менее, все-таки вот
такое решение было принято, и вот это вот одно всего-навсего, даже не слово, вот это много, да, я не знаю, что это предлог в русском языке или что у нас, нет, не предлог, оно отсутствует. Я считаю, что совершенно разумное решение. Теперь по поводу, здесь представитель Конституционного суда говорил, к сожалению, сегодня в законодательстве нет такого положения, которое бы ограничивало деятельность некоторых деструктивных религий, ну и в частности было упомянуто свидетель Иеговы, в части переливания крови. К радости, закон о здравоохранении сегодня содержит норму, которая предусматривает в случае, если здоровью человека имеется реальная угроза его жизни и здоровья, то такое решение может приниматься. И сегодня уже судебная практика обширная в Российской Федерации. И если действительно родители свидетелей Иеговы принимают отрицательное решение в ситуации, когда есть реальная угроза жизни ребенка, суд в течение буквально получаса принимает решение, и операция по переливанию крови производится. Эта ситуация сегодня, она уже есть судебные прецеденты в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Москве одно решение было. Этот вопрос сегодня решается достаточно быстро, оперативно. И само законодательство об здравоохранении позволяет это сделать. Что касается терминов, о которых сегодня спорили, секта, религия, вы понимаете, уважаемые коллеги, невозможно дать эти понятия сегодня в законе. Вот вроде бы все мы на этом согласились, да? Сегодня, если вот уважаемый профессор Черниченко упоминает великанты, там мифология, ритуалы и что там еще было? Философия, да? Но это только одно из многих понятий религии. Их сегодня 250. Вот профессор Арининс из Архангельска выпустил книгу по религоведению. Он собрал все и систематизировал 250 определений религии, которые сегодня есть в науке. Они, когда ученые договорятся между собой, тогда можно говорить о введении этого термина в правовое поле. Равно и понятие секта. Сегодня в законодательстве Российской Федерации оно отсутствует, и мне кажется, вот упоминать о том, что, да, упоминается в одном из решений Европейского суда по правам человека, 99, я был участником этого судебного заседания в Конституционном суде, я представлял интересы своих представителей как адвокат. Вот. Оно упоминается вскользь со ссылкой на один из документов Европарламента. Но это не значит, что этот термин присутствует сегодня в правом поле, по сути-то. Потому что термин размыт. Он совершенно... Вот опять же говорили сегодня, что церковь Филарета, да, украинская, это что, секта или нет? Разные точки зрения будут, да? Поэтому мы можем оскорбить так огромное количество верующих православных на Украине. Здесь надо очень-очень корректными быть. Поэтому в законодательстве Российской Федерации этого термина нет. Есть понятие религиозное объединение, религиозная организация, религиозная группа. Ими надо оперировать, дабы не оскорбить чувства верующих. И теперь я бы хотел сказать о тех проблемах, которые сегодня возникают в правом поле, которые надо решать. Ну вот я хочу задать вопрос. Вот конституционный принцип светскости государства и равенства религиозных объединений, который закреплен в статье 14 Конституции России, это анахронизм или это общественная необходимость? Я почему так задаю вопрос? Потому что сегодня уже есть нападки, очень много публикаций, что надо убрать принцип светскости из Конституции, принцип равенства религии перед законом. С моей точки зрения, это будет преждевременно. Сегодня именно принцип светскости государства является гарантом свободы совести и религии в России. Если этот принцип сегодня убрать, и равенство речь идет о равенстве перед законом, речь идет о фактическом равенстве. Скажем, русская православная церковь сегодня в России 14 тысяч приходов, да? Или, скажем, мусульмане сегодня 4,5 тысячи приходов, протестанты около 5 тысяч приходов. То есть они разные, да, есть новое религиозное движение, одна, две там общины всего зарегистрированы. Это же не говорит о том, что они равны. Но перед законом все должны быть равны.
Сегодня нуждается, вопрос возникает таким образом. Нуждается ли в ограничениях миссионерской деятельности религиозных объединений? Я почему этот вопрос задаю? Потому что Министерство юстиции через правительство неоднократно уже выходило в Государственную Думу с предложением ограничить миссионерскую деятельность в Российской Федерации. Причем под это ограничение попадали не только российские организации, но задача, мы понимаем, какая стоит. Ограничить особенно главным образом восточные вот, религии и такой радикальный ислам, когда сюда миссионеры приезжают. Вот, но таким образом ограничивается миссионерская деятельность традиционных конфессий. Поэтому против этих ограничений выступала, в первую очередь, Русская Православная Церковь. С моей точки зрения, я бы в этой части тоже сегодня ничего не трогал, потому что деятельность миссионерских организаций в России сегодня практически свернута. В 90-е годы в России действовало, например, для примера, около 400 американских миссионерских организаций. Около 400. Сегодня их, ну, полтора десятка максимум. Вот. Да, проблема есть, вот, скажем, с исламским радикализмом. Но эту проблему надо другим образом, наверное, решать. У нас есть федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности 2002 года, и в рамках этого закона надо работать. Далее. Нуждается ли в правом регулировании деятельности религиозных групп? Вот сейчас парламент приступает к рассмотрению внесения поправок в федеральный закон о свободе совести в религиозных объединениях. Цель состоит в том, чтобы ограничить религиозные группы, их деятельность во времени, пространстве и видах деятельности. Такая попытка была в 1997 году, когда религиозные группы, новые религиозные группы были ограничены на 15 лет в своей деятельности. Ну, на самом деле это ничего не дало, абсолютно. Было 4 решения Конституционного суда по этому поводу. Конституционный суд дал толкование конституционному правовому смыслу этим формулировкам. И эта норма не работала, практически ничего не дала. Поэтому, мне кажется, вот сейчас попытки, опять же, ограничить что-то на законодательном уровне ни к чему не приведут. Ни к чему. Другое дело, что сегодня надо религиозно образовывать наше общество. Не только в религиоведческом плане, в светском плане, но в том числе, я сейчас выскажу мысль, которую, может быть, не все ее приемлют, но с моей точки зрения, сегодня в высшей школе надо преподавать религиозные правовые системы, церковное право, как это было в Российской империи, и исламское право, еврейское право, буддийское право. Была плеяда выдающихся правоведов вот в этих канонических правовых системах, которые издавали монографии замечательные. Сегодня есть специалисты хорошие. В Московской духовной академии есть профессор Цыпин Владислав, который издал несколько изданий замечательной книги «Церковное право». Вот. Это надо делать. Почему? Потому что сегодня мы боремся, скажем, религиозно мотивированным терроризмом или экстремизмом, да, не понимая этого. В правоохранительных органах, ФСБ, в центре МВД нет специалистов по шариату. Нет их просто, по сути. У нас нет исламских исследовательских центров в России, серьезных исламских. В каждом университете в Европе, в Америке, ну, в каждом втором, во всяком случае, есть исламский исследовательский центр. У нас этого нет. У нас нет специалистов, я могу на одной руке пересчитать, кто хорошо знает, скажем, вот эти проблемы. А это надо делать. И в том числе, поскольку мы находимся на юридическом факультете дипломатической академии, я считаю, что здесь религиозная правовая система надо преподавать. Вот. Это очень важно для того, чтобы понять динамику вот тех непростых отношений в сфере религии, которые происходят, для того, чтобы упреждать какие-то вещи. Да, вот профессор Дугин говорил некоторые вещи, правильно? Что бывают конфликтные ситуации, конфликт религиозной правовой системы, когда надо найти компромиссное решение. И светский законодатель, если он мудрый, он такое компромиссное решение находит. Вот скажем, ну, не те случаи, хотя и тех случаев, которые говорил профессор из Казахстана, да, равенство на рабочем месте представителей религии. Но оно не всегда может быть равным, да, если, как вот приводились примеры, там пожарник, или, скажем, были случаи, это решение Европейского суда по правам человека есть, когда врач на рабочем месте по своим религиозным убеждениям отказывается делать аборт, в том числе по медицинским показателям, да, человек не соответствует своей должности, так ведь?
Или он пожарник, но отказывается выходить на работу в субботу, потому что он адвентист седьмого дня, да? Или там иудеи в субботу, в шаббат надо отдыхать. Значит, меняйте профессию, здесь права ваши не нарушаются. Вот здесь вот надо компромисс находить. Или так же, как вот компромисс у нас найден с альтернативной гражданской службой. Замечательно, никто не пострадал. У нас шумели, вот все уйдут на альтернативную службу, некому будет служить. Никто не пошел. 1500 всего служит альтернативную гражданскую службу. Всего-навсего. Вот проблема решена сегодня, цивилизованно. На этом я заканчиваю. Я прошу прощения, что, может быть, очень быстро говорю, потому что времени мало. Спасибо. Которые отваливают функции, по функции 2 и 3 функции.
статей о основных требованиях школьной одежде и внешнему виду, обучающихся государственным общеобразовательным учреждениям. Дело было в Ставропольском крае, суд Ставропольского края запретил ношение религиозной одежды, в данном случае исламской одежды, в государственных школах Ставропольского края. И оспаривались также законы данного нормативного правового акта. Интересно было факт, что Верховный суд Российской Федерации в своем решении ссылается на решение Европейского суда по правам человека и приводит в качестве аргумента дело в этой шаге против функции. И в итоге Верховный суд подтвердил законы запрет на ношение религиозной одежды в государственном образовательном школах Российской Федерации. Следующее дело, Волгин и другие против Норвегии в 2007 году было в Европейском суде по правам человека. Родители отпали законы преподавания дисциплины христианства в школе. В данном деле большая палата Европейского суда по правам человека установила, что имело место нарушение требований статьи 2 протокола 1 Европейской конвенции о правах человека, которая закрепляет право на образование. Если сравнить, провести аналогию с международным актом о гражданских правах и значением общего порядка комитета по правам человека, если не было предоставлено обучать другие религиозные дисциплины, то это нарушение, опять же, данных норм. Соответственно, мы можем сделать о том, что государство при возможности обучаться по определенным религиозным дисциплинам, то должна быть представлена возможность по тем традиционным дисциплинам. Дело в этом шаге против пункты, на мой взгляд, это дело является президентом. Заявитель жалобы на циркуляр проекта Стамбульского университета, согласно которому Иван Кисиджат в университете и посещает занятия студентам с парадами запрещено. Заявитель, соответственно, оспорила решение проекта Стамбульского университета и все дела пункты проиграла. Я оспорил Европейский суд по правам человека. Европейский суд, на мой взгляд, очень интересно и аргументированно вынес решение. Суд требует вывод, что ограничение преследовало законные цели защиты прав свобод других, поддержания общественного порядка и сохранения следственного характера образовательных учреждений. Также суд признал, что ограничения были соразмерны преследуемой цели, так как ограничительные меры не нашли, не мешали студентам исповедовать традиционную форму религии. Кроме того, поддержание принципа секуляризма может считаться необходимым в деле охраны демократической системы управления судом. На этих основаниях суд не удовлетворил жалобу в ЛНШ. Соответственно, несколько аргументов приводит. То есть, если государство объявляет себя, утверждает несоответствие государством и устанавливает государственное общеобразовательное стандартное образование, то меры, ограничивающие свободу вероисповедания, они будут законны. В том плане, что, опять же, акцент делает на три вещи. Первое, тем самым не мешает исповедовать традиционную религию в обществе, и ограничивающие действия государства и университетов, в данном случае, они оправданы с точки зрения демократических принципов. И последнее дело, которое тут мой доклад основывается, это дело Вайсмана против Канады. Это дело было в комитете по правам человека ООН. Господин Вайсман оспаривал законность законность финансирования государственных католических школ Канады. Поскольку господин Вайсман платил за своего сына 14 тысяч долларов в год, и государство не давало возможность обучаться представителям следующей религии иудаизма в государственных образовательных школах, поскольку они не финансировали бюджета. Бюджета Канады финансировали только государственные католические школы. В итоге комитет по правам человека пришел к выводу, что международный пакт о гражданских политических правах не обязан государственных участников финансировать школы, учрежденные по религиозному признаку. Финансирование школ одной религиозной группы, а не другой, должно быть основано на разумных и объективных критериях. Тем самым, как сказать,
потом выиграл дело. В итоге хотелось бы относиться к следующему выводу. При обсуждении вопроса, при анализе вопроса защиты свободы вероисповедания партии традиционного образования следует остановиться на уровне образования, поскольку на уровне среднего образования и на уровне высшего образования вопросы защиты свободы вероисповедания, они не одинаковые. Причем, поскольку на уровне среднего образования существует, как я уже остановился, требование обязательно ношение установленной формы. А в высшем учебном заведении, как правило, таковых не существует. Соответственно, есть большая вероятность того, что в некоторых случаях будет иметь место, опять же, свободы вероисповедания, поскольку нет такого соответствия. Следующий вывод прихожу к тому, что основополагающим и решающим актом вопроса защиты свободы вероисповедания в процессе реализации права на образование должна стать конституционная норма Госдепа. Если согласно Конституции Госдеп объявляет себя светским, то есть небольшие факты, соответственно, большинство, какие религии общество воспринимает как традиционную религию, и религии в обществе должны, скажем так, не иметь приоритета перед другими нетрадиционными религиями. А если это и есть взгляд общества, позиция общества по традиционным религиям, а если в Конституции государства утверждается религиозным государством, скажем так, исламским государством, Ирана и другие арабские страны, то в данном случае это будет опять же опасность существования только одной школы в одной религиозной школе. Хотелось бы также остановиться на том, что есть мнение также среди ученых российских федерации о том, что юридическое право в природе международного пакта о гражданских политических правах и международного пакта об экономическом социальном культурном правах не одинаковое. Несмотря на то, что преамбула и заключение обоих фактов, они одинаковые, и обоих фактов, то есть оба факта не предусматривают право денонсации этих фактов. И практика судов и международных судов показывает, что нельзя сопоставлять и нельзя считать, что право на вероисповедание, свобода вероисповедания стоит выше, чем право на образование. И вот эти дела, которые я уже останавливался, они к этому подтверждению. В некоторых случаях право на образование ставится наравне, и в некоторых случаях ставится выше, поскольку образование среди государственных дел, в некоторых случаях через образование может... не регулирование должным образом процесса образования может привести к хаосу и может угрожать национальной безопасности. Спасибо за мой доклад закончен. Уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить. Буду кратко характеризовать проблему. Метод диалектики требует от нас в массе явлений видеть главное. И когда мы говорим о свободе совести, как о величайшем завоевании человечества, мы должны понимать, что существуют базовые принципы конституционализма, которые являются принцип верховенства права, демократия и разделение властей. Но, к сожалению, по словам известного конституционалиста Ветрука, наш российский конституционализм является имитационным и коррупционным. А если наш конституционализм является имитационным и коррупционным, значит, нарушается базовый принцип конституционализма, принцип верховенства права. И мы на сегодняшний день видим о том, что в России, к сожалению, и нарушается принцип свободы совести, который, к сожалению, подменяется принципом свободы вероисповедания. Я работаю, служу в общевойсковой академии имени Фрунзе. Это легендарная воюющая академия, которая отличается от Академии Генерального штаба тем, что это действительно реально воюющая академия, и выпускники этой академии выполняют боевые задачи в зоне вооруженного конфликта на командных должностях. И я хотел бы коснуться нового института, который создан вооруженных сил. Это институт помощников по работе с верующими военнослужащими. Вы знаете, к сожалению, я как конституционалист
как человек, реально отвечающий за правовую работу и за правовую подготовку всех категорий военнослужащих, как стран ближнего, дальнего зарубежья и внутренних войск МВД и командного состава Академии, могу сказать, что в Академии и в вооруженных силах, к сожалению, есть систематические факты нарушения свободы совести. Причем, когда я говорю о недостатках, я хотел бы сказать главное, что, безусловно, мы все военнослужащие поддерживаем курс президента России Путина, которому фактически глобальный финансовый американский капитал поставил ультиматум. И мы видим, что президент Путин защищает национальные интересы, и мы его поддерживаем. Но вместе с тем, поддерживая гаранта Конституции, мы должны своей активной научной деятельностью в то же время говорить о недостатках, которые имеют место быть в нашей стране. Приведу пример. В вооруженных силах проводятся конференции под названием «Православные ученые в современном мире». Данные конференции проводятся в Министерстве обороны. Возникает вопрос, но ведь в вооруженных силах служат и военнослужащие неправославного вероисповедания. Я не говорю здесь о мусульманах, атеистах. Я говорю и о светских гуманистах, трансгуманистах, неогуманистах. Ведь ЮНЕСКО, вы знаете, признала неогуманизм новой идеологией для граждан 21 века. А принципами светского гуманизма являются это уважение прав человека, научная картина мира, критическое сознание, а также интеллектуальные и экзистенциальные ценности. Как быть тем людям, кто не православного вероисповедания, изъявляет желание участвовать в конференции под таким названием, как «Православный ученый в современном мире»? Я вам отвечу, тех на конференцию не пускают. Я оформлял заявку, которая проводилась конференция в Воронежском военно-учебном научном центре военно-воздушных сил. Я получил рецензию на 4 страницах. Причем рецензент – конфессионально ориентированный человек, противоречащий принципам научного подхода. На сегодняшний день в Академии имени Петра Великого существует факультет православной культуры, который 15 лет в рамках дополнительного образования готовит курсы повышения квалификации среди офицерского состава. Все познается на примерах. Как человек, который является специалистом в области светского гуманизма, а также занимающийся научной деятельностью в области мусульманского правосознания, я как человек секулярного сознания периодически провожу диспуты между верующими и неверующими. Уважаемый муфти, я хотел бы вам предложить провести подобие некого диспута, который проводился в Киеве между председателем Духовного управления мусульман Украины шейхом Ахмедом Тамимом и его заместителем шейхом Рустамом Гафури, между представителями мусульманского богословия и представителями светского гуманизма. Я подготовил статью о правовом воспитании военнослужащих мусульман. Статья получила 2 положительные рецензии. Статья была направлена в адрес оргкомитета конференции Академии Петра Великого. Статья была не только не принята оргкомитетом конференции, меня лишили права участия в данной конференции, начальник Академии направлен. По результатам проверки, которую проводила военная прокуратура РВСН, выяснилось, что исключили ученого из числа участников конференции на основании решения одного лишь человека, священника Русской Православной Церкви, который занимал должность и занимает помощника по работе с верующими, военнослужащими. То есть священник назначен был на должность секретаря оргкомитета конференции. Вот вам типичный случай апофеоза нарушения свободы совести в 21 веке. Более того, на сегодняшний день в квалификационных требованиях данного вуза прописано, что в духовной сфере основными направлениями работы факультета православной культуры является борьба
с безнравственностью, которая кроется в атеистическом мировоззрении. Вот сидит эксперт по вопросам свободы совести Анатолий Васильевич Пчелинцев, который проводил по данному эпизоду экспертное заключение. Это вопиющий случай. Вопрос принятия положения о работе с верующими военнослужащими также был нарушением. Попытки обсуждения были исключены. В течение года научно-экспертный совет не привлекался, состоящий из юристов, религиоведов, филологов, историков. Положение о работе с верующими было подписано министром обороны Сердюковым в январе 2010 года, и только лишь в марте 2011 года, спустя более год, оно появилось на сайте капеллан.ру. Извините, но это грубое нарушение пункта 3 статьи 15, который говорит о том, что нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, должны быть в обязательном порядке опубликованы. Также мне хотелось сказать о следующем. Под видом внедрения Института военного духовенства в качестве помощников по работе с верующими военнослужащими, войска, и это имеет место быть, внедряется клерикально-черносотенная пропаганда. Это тоже есть. Вы посмотрите политизирование религии, вы посмотрите участие представителей Русской Православной Церкви в медийном пространстве. Ведь зачастую, я не хочу здесь только критиковать, но это есть. Мы все люди разных взглядов, левых, правых. Идет наступление на социалистические принципы, идет наступление на коммунистические взгляды. Ведется антикоммунистическая пропаганда. В сентябре, месяц назад, в Академию приехал Жириновский для проведения лекции среди командного состава. И призвал командный состав взрывать памятники, уничтожать памятники Маркса, Энгельса, Ленина. Это же вандализм. И мы видим симбиоз политической власти и представителей религиозных объединений по отношению к нашему советскому прошлому. А ведь религия – частное дело. Почему-то об этом люди забывают. Поэтому я, уважаю людей всех взглядов и мировоззрений, призываю к диалогу, к такому диалогу, который подала нам пример Украина, когда провела диспут с мусульманскими богословами. Хотелось бы продолжить это. Спасибо. Будем завершать, и для того, чтобы закруглить нашу дискуссию, слово предоставляется профессору факультета международного права Дипломатической академии Аршавскому Борису Матвеевичу. Уважаемые коллеги, у меня такая почетная роль — закруглить, как сказал Алексей Александрович. Вообще закруглить очень трудно эту дискуссию, здесь все-таки острые углы были. Но, тем не менее, мне бы хотелось буквально два слова сказать относительно той темы, которая вынесена сегодня на обсуждение. И тема связана с межконфессиональным диалогом. Я должен сказать, что вот сам по себе межконфессиональный диалог, наверное, необходимо рассматривать на двух уровнях. Но первый уровень – это внутри нашего государства. И, как показала дискуссия, здесь был достигнут практически полный консенсус представителей всех конфессий в отношении основных положений, которые связаны с теми вопросами, которые были поставлены сегодня на повестку дня. И действительно, наверное, одним из важнейших аспектов вот этой проблемы, вот этого уровня дискуссии, является бытовой межконфессиональный диалог, если можно его так назвать, о котором говорил здесь профессор Дугин. Действительно, очень многие мелкие конфликты, которые раздуваются подчас совершенно немыслимо средствами массовой информации, они, на мой взгляд, наносят очень серьезный ущерб вот тому согласию, которое действительно существует
между представителями различных конфессий. И здесь же я бы хотел сказать относительно роли вот этих средств массовой информации и в межконфессиональном диалоге на международном уровне. А ведь хорошо известно, что одним из важнейших аспектов земного служения церкви является миротворчество. И вот как раз этого, наверное, не хватает на международном уровне, поскольку там как раз согласие далеко не во всех вопросах находится. Если оно и есть, это согласие, то оно очень часто подменяется какой-то, я бы сказал, второй реальностью, реальностью в кавычках. То есть строятся какие-то мифологические картины, которые совершенно не соответствуют церковным, религиозным постулатам буквально любой из конфессий. Ну, наиболее сейчас, наверное, очевидно это в отношении исламского государства, вот всей этой ситуации вокруг террористической практически организации, которая выдвигая какие-то свои цели, цели, которые они хотят достичь своими средствами, средствами, которые, естественно, для всех, естественно, противоречат международному праву, они прикрываются религиозными ценностями. Они прикрываются возвратом к исламскому халифату, к государству, которое будет основано якобы на исламских ценностях, хотя на самом деле это совершенно не так. И надо сказать, что вот если говорить о церкви, то совершенно понятно, что она не должна давать какие-то политические оценки. И роль церкви – это выступать с нравственных позиций и нести, нести православным, ну, то, что касается православной церкви, в своей миссии вести людей к спасению во Христе, а не заниматься какими-то междоусобными войнами, вот наподобие той, тех, которые ведутся сейчас, значит, на Ближнем Востоке. То есть речь идет о том, что здесь смешиваются понятия политики и религии. На мой взгляд, здесь никакой религии нет на самом деле. То есть здесь все, так сказать, буквально все эти моменты подменяются вот теми целями, которые ставятся этими организациями. Теперь в отношении действительно межконфессионального диалога. Ведь действительно существует такой диалог межконфессиональный в реальности. То есть не тот диалог, который, вот, так сказать, который подменяется вот такими псевдорелигиозными лозунгами и так далее, а диалог, скажем, между православной и католической церковью, который ведется где-то с рубежа 80-х, 90-х годов по настоящее время. И вот этот межконфессиональный диалог, который, так сказать, имеет своими корнями еще средневековое прошлое, когда католическая церковь выдвинула вот этот принцип унии, когда она попыталась вовлечь в свою сферу православную церковь и древние церкви Востока. Вот именно в то время начались вот эти, так сказать, началась эта практика, которая сейчас обсуждалась сначала на первом этапе, вот 80-е и 90-е годы, затем в Балтиморе состоялось заседание смешанной комиссии, а сейчас это заседание будет возобновлено, то есть вот этот диалог будет возобновлен буквально в следующем году. И, насколько я знаю, на первом заседании был принят документ, в котором была дана оценка, то есть пришли, в общем, к мнению, к согласованному относительно
значит, относительно унии, относительно того, что она ни к чему, кроме отчуждения между православной церковью и католической, не привела. И в дальнейшем, к сожалению, вот возврат определенный был сейчас на Украине, когда украинская греко-католическая церковь, которая находится на принципах унии в рамках католической церкви, она опять, ну, своим, так сказать, вот, своими действиями она привела, вернула нас к тем печальным страницам, которые были в истории вот этого межконфессионального диалога ранее. Поэтому, на мой взгляд, здесь очень важно, наверное, реально, если мы будем говорить о межконфессиональном диалоге, в нашей стране почаще, у нас почаще собирать представителей различных конфессий и преподавателей, научных сотрудников, может быть, побольше нужно приглашать обучающихся, то есть в нашем случае это и магистранты, и бакалавры там, и так далее, вот, с тем, чтобы все не из средств массовой информации, часто средств массовой информации, которые не отражают действительно положение вещей, а от реальных представителей конфессии услышали вот те оценки, которые были даны сегодня. И второй момент. Вот здесь одним из вопросов, который был поставлен в нашей повестке дня, был вопрос об ответственности. Об ответственности за нарушение прав человека и как эта ответственность реализуется в рамках международного права и каковы нормы об ответственности в религиозной жизни. Но надо сказать, что вот здесь как раз еще один пример того, как современные концепции международно-правовые, они стоят на службе тех, кто ставит совершенно иные цели, нежели те, которые были провозглашены ранее. Я имею в виду вот неоднократно обсуждавшуюся у нас концепцию об ответственности по защите, это responsibility to protect, которая так неадекватно была применена в тех событиях, которые, мы знаем, произошли в Ливии, всячески пытаются осуществить эту концепцию в Сирии. И вот вся эта практика, она замешана как раз на средствах массовой информации. То есть именно они распространяют по миру информацию, которая не соответствует действительности. То есть именно они по оценкам Соединенных Штатов, прежде всего, назначают ту страну, ту сторону, которой должны оказывать помощь в конфликтах в рамках какого-либо государства. И именно средства массовой информации раздувают ту или иную ситуацию до таких масштабов, после которых уже осуществляется вмешательство во внутренние дела государств под видом защиты прав человека, с тем, чтобы сменить неугодное руководство той или иной страны. И поэтому, вот на мой взгляд, это очень важный момент, связанный с средствами массовой информации, с их ролью в современных международных отношениях и с тем, каким образом мы должны реагировать на все те, так сказать, случаи распространения вот такой неадекватной, враждебной информации, я бы сказал, ложной информации, которая является в конечном итоге предлогом для вмешательства во внутренние дела государств. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать, что главное, конечно, в межконфессиональном диалоге – это желание, реальное желание сторон действительно договориться. Как сказал один поэт, самое длинное на земле расстояние – то, которое преодолеть не хочется. Если мы захотим преодолеть, и стороны захотят преодолеть это расстояние и договориться, то они это сделают. Спасибо.
Спасибо, Борис Матвеевич. Но на этом наша повестка исчерпана. Я хочу еще раз поблагодарить наших друзей из Казахстана. Мирас Мухтарович, большое спасибо за прекрасную организацию, за ваше выступление. Да, очень приятно вас всех видеть. И вы, пожалуй, продемонстрировали еще большее терпение, чем наши некоторые гости. Вот, спасибо, да, будем продолжать эту практику. Очень приятно вас видеть. Вот, я думаю, что наша встреча, она, ну, как минимум, три таких вывода больших, на мой взгляд, можно сформулировать по ее итогам. Во-первых, то, что вот уже вторая такая встреча подтверждает то, что дружелюбный и диалог между разными конфессиями возможен, и консенсус достигать тоже возможно. Я думаю, что Российская Федерация показывает миру множество примеров, когда различные конфессии мирно уживаются и просто дружат между собой и общаются. Я думаю, это очень важно для нас всех. Второй вывод, который мне представляется важным, и аргументы в его пользу звучали на нашем мероприятии, то, что ссылки или оправдание различных преступных и террористических действий через ссылки на ту или иную религию, на то или иной способ вероисповедания, они недопустимы и преступны. Это невозможно это делать, и религия сама по себе здесь ни в чем не виновата, и это невозможно делать. И третий важный вывод заключается, на мой взгляд, в том, что образование, религиозно-правовое просвещение может стать основой не только мировоззрения, но и поиска нахождения тех религиозного просвещения, понимания, лучшего понимания друг друга и толерантности между людьми и религиями. Спасибо за внимание, и я всех приглашаю продолжить общение в соседней комнате. Спасибо.